Привет, ребят! Надеюсь, меня слышно и видно. Я сам так, того не ожидал, но у нас сегодня стримчанский. Стримчанский по обработке. Потому что мне нужно затестировать вон ту квадратную хреновину. Она симпатичная. Об нее прям можно пальчик порезать. Она стоит здесь, за Пикачушкой. Макстудио. Честно говоря, я возлагаю на нее гигантские надежды. О, oh, неу! No, везде звук! Вот-то, вот-то! Тихо! ...по обработке, потому что нормально, я проверил, звук есть. Соответственно, по Mac Studio я возлагаю на эту машину большие надежды, потому что мне хочется, чтобы меня все работало, не тормозило, и нормально я мог обрабатывать фотографии, делать частотное разложение без тормозов. Сегодня мы это с вами проверим. Если она будет тормозить, то я ее нахрен выкину в бассейн. И куплю такую же, только уже на процессоре не Max, а Ultra. Я не знаю, почему я взял Max, в принципе, я не занимаюсь какой-то серьезной там ретушью, 3D моделированием, ретушью я занимаюсь, конечно, какими-то сложными вычислительными операциями у меня этого ничего нету, никаких сложных 3D рендеров я не делаю, поэтому надеюсь мне, опять же, вычислительных мощностей M1 Max должно хватить. Если не хватит, то будем, конечно же, компьютер менять. Так, сегодня какой у нас план? Вы мне прислали море фотографий там по 200 равок. Я э, самые адекватные из них выбрал. Это получу, у меня получилось 156 штук. Из этих 156. Мне сегодня хотелось бы обработать, ну, там порядка, э, может быть, штук 10. Я, конечно, буду выбирать самые сложные, самые интересные работы. Э, но также я хочу еще сделать следующим образом много работ, которые вы прислали. Неоднозначных. Неоднозначных по композиции, неоднозначных по э, ракурсам, по вариантам кадрирования, по цветам, по, выставленному, э, по выставленной экспозиции, по ракурсам. И я думаю, то, что будет полезно, если сегодня я еще сделаю несколько таких вот выборочных портфолио ревью, просто несколько фотографий, разберу, скажу, что, как, где, какие ошибки, прям вот которые конкретно бросаются в глаза, прям, что вот прям плохо, надо менять. В остальном постараюсь сегодня вам дать разные методики обработки. Я уже некоторые фотографии посмотрел, есть о чем вам рассказать. Хотелось бы, опять же, затронуть разные инструменты, попробую сделать этот стрим, опять же, полезным. От вас требуется всего лишь одно, это поставить лайкос, подписаться на канал. Плюс, ребят, я буду мега счастлив, если на протяжении стрима, особенно если вы смотрите этот стрим в записи, это вот, наверное, даже к тем, кто сейчас смотрит этот стрим в записи. Пожалуйста как только вы понимаете то, что вот какой-то интересный момент у меня на стриме есть, запишите это время, потом скиньте в комментарии тайминги к этому стриму. Я его пересматривать не буду, но на будущее для будущих зрителей, для ребят, которые будут смотреть этот стрим в будущем, будет очень полезно, если будут какие-то тайминги. И для вас это будет полезно, если вы сможете там кликнуть и перейти там на 56 минуту увидеть, как я там делаю не знаю, частотное разложение. И либо растягиваю ноги с помощью Puppet Warp. В общем, э, будет полезно. Окей, быстренько гляну, что вы написали, и мы с вами начнем обрабатывать. Так, слышно, видно. Окей, хорошо. Запись будет обязательно, разумеется. казино будет стрим после фото не понял вопрос и на в самаре за 14 айфоном я точно не пойду а, окей давайте с вами начнем с того что мы пробежимся по простым типам обработки а, лично я зачастую обрабатываю только через модуль камера raw даже потом в, не захожу в photoshop для того чтобы там сделать какую-то сложную речку к примеру если я фотографирую путешествие к примеру сейчас я выложил в свой instagram пост с постик я выложил с Оксаной. И с Оксаной получился хороший вариант обработки, потому что он относительно минималистичный. Я на этой фотографии вообще не делал никакого частотного разложения. Чуть-чуть я сделал пластику самой собой, кривыми поправил цвет и контраст. В принципе, и все. Все остальное было сделано на этапе модуля камеры И иногда я себе, опять же, позволяю большую часть работы сделать в модуле камера raw а уже в фотошопе ну там поскольку постольку изменить размер картинки накинуть а вы нифига не видите давайте я вам сделаю крупным планом Пау. вот такую фотографию а, опять же она сделана без использования практически без использования фотошопа ну там за исключением пластики и корректирующих кривых хотя это можно использовать в модуле камера raw Окей, okay, давайте открываем фотографию, начнем с первой фотки, просто девочка кричит, смеется, фотография не подписана, ну и ладно, у нас no name. Кучу фотографий вы, конечно, прислали не подписанных, в следующий раз подписывайте. Что здесь можно сделать? Опять же, мы можем пойти двумя путями, либо вручную все это крутить, все эти ползунки и так далее. Я это, честно говоря, не люблю. Я пользуюсь тысячу лет в обед уже своим пресет-баром, который работает во всех ситуациях классно, прикольно, интересно, стильно модно, молодежно. Мы просто открываем, если не знаете, где его взять, зайдите ко мне на сайт, доскачайте. Он бесплатный, там уже больше 35 тысяч скачиваний. Применяете первый э, стартовый экшен и я сразу бахаю, так как у нас девочка с такой темной кожей, я не использую A-Soft, потому что он немножечко пачкает картинку здесь, нам не нужно схлопывание оттенков, поэтому я сразу перехожу к, к третьему шагу, использую пресет Base, базовый, то есть стартовый и базовый, два клика от вас требуется, раз, два. Все, дальше у вас до, после, до, после картинка, вы допиливаете ее так, как вам нужно. Но, честно говоря, вот если бы я обрабатывал эту фотографию, не знаю, даже для своего портфолио, то я бы, наверное, оставил так. Здесь вряд ли вы сможете сделать пластику, здесь она и не нужна. У вас очень хорошая динамика по отношению поперечных размеров. У вас есть хорошие плечи, тонкая талия, есть грудь, есть динамика искривления тела, вот эта линия. И и в целом здесь делать больше ничего не нужно. Пластика здесь не нужна. Ретушь здесь не нужна, потому что кожа хорошая. Относительно никаких рваных, супер каких-то ядреных свет теневых рисунков у нас не появляется. Поэтому мы можем вполне оставить так. С люминаром я знаком, прикольная программа. Так, давайте я еще вот так вот сделаю, чтобы я мог оставлять пометки. Отлично. Тык. Ты, 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 ты. Единственное, где мы можем сделать там частотное разложение, это вот в этом участке, опять же, если вам это нужно. Но, ребят, когда вы делаете частотное разложение, будьте аккуратны. Вот эту часть зачастую мы замыливаем таким образом, что у нас просто теряется светотеневой рисунок. И в результате э, в этом участке исчезает вот эта светлая область. А она нам нужна, потому что она отвечает за объем. Вот чтобы у нас не было просто... Вот это вот нам нужно оставлять объем. Поэтому затирайте аккуратно. Либо полупрозрачной кистью в высоких частотах тоже можно это э, сгладить. Напишите в комментарии, что э, я хотел сказать, но не смог. Что здесь можно еще сделать? Давайте, наверное, я не знаю, мне здесь прям все нравится. Быстро делаем. Изменяем размер картинки на 2560 точек по длинной стороне, потому что это самое адекватное разрешение для всех социальных сетей. Далее я эту же фотографию открываю через модуль камера RAW. Опять возвращаюсь в него и бахаю немножечко резкости таким образом, чтобы просто прорисовались немножечко детали у нас на волосах. В стопроцентном зуме, вот сюда вы берете, кликаете на 100%, у вас каждый пиксель отображается на мониторе, и в результате вы видите идеальную резкость картинки. И заключительное движение, это эффекты, накидываем немножечко зерна. Я зерно люблю, в зерне нету ничего плохого, зерно даже зачастую бывает очень полезным, в том плане, что э, те участки, которые на фоне являются супер размытыми, они приобретают небольшую текстуру, они приобретают, ну, давайте скажем, фактуру, которая присутствует на коже, на теле нашей модели, как бы мини поры и тем самым у нас э, фотография становится ну более единой. Окей, все, здесь делать больше ничегошеньки не нужно. Я считаю, что это прям идеальный вариант э, то, что мы можем себе позволить. Едем дальше. Э, давайте я пока что вот так вот выберу, потому что здесь есть интересные кадры. Пойдем чуть-чуть от более сложного. Uh, у нас есть снимок, сделанный в достаточно темной экспозиции. Кстати говоря, в данном uh, снимке у нас экспонирование происходит немножечко неверно. Uh, Все-таки экспозиция слишком темная. Если вы наведете uh, вот мышку на самые яркие участки на коже, то в верхнем правом углу, вот здесь вот, вы увидите, что у вас по RGB uh, цветовой uh, схеме параметры на 170 процентов. То есть максимальный параметр 174 в красном канале. Вы можете позволить себе довести экспозицию с 174% до 220-220. Тогда вы получите максимально широкий динамический диапазон. То есть в данном случае у нас что получается в фотографии? У нас вот эта часть гистограммы, вот эта часть потенциала вашей камеры, она просто-напросто не используется. И здесь можно, чтобы получить большую пластичность картинки, чтобы получить большее количество деталей, чтобы получить больше более мягкие э, переходы между светом и тенью, чтобы меньше получить артефактов и бендинга. Вы можете чуть-чуть экспозицию делать выше. В данном случае на один стоп смело можно экспозицию поднимать. Вот я прям на ровно один стоп поднял. Все, 220% в красном канале. Это замечательные значения. И вот, вот такой бы снимок вам было бы намного легче обрабатывать с точки зрения вот этих провальных теней, потому что здесь они, ну, достаточно сильно провальны, они очень темные. Вот если я поставлю черный маркер, метку, которая будет отображать не недоэкспонированную область, то у нас куча всего будет выходить из кадра. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем себе, э, себя спросить, а нужны ли нам объекты, которые находятся в этой тени? Да нет, конечно, нафиг они не нужны. У нас есть вот главная модель, вылезающая откуда-то. И вот здесь вот у нас переход от тьмы, тьма, и тут свет. Вот этот переход света теневой, он доносит информацию о настроении кадра, о сюжете. И ваш сюжет, накладываясь на этот свето теневой горизонт, на его расположение, может очень сильно измениться. Потому что если вы этот теневой горизонт сместите куда-то внутрь, то есть у вас будет в кадре еще попа видна модели, то это будет не факт, что лучше. Тогда, может быть, у вас визуальный акцент сместится на попу. Поэтому в этом кадре, опять же, для лучшего технического исполнения кадра лучше сделать его светлей, но с точки зрения настроения мы с вами потом в постобработке все вот эти цвета, э, которые мы достали из теней, мы их опять э, уберем. Соответственно, здесь я, опять же, чуть-чуть расширяю динамический диапазон. Мне важны детали и в цветах, и в тенях. Я равномерно поднимаю экспозицию всего кадра, просто-напросто добавив экспозицию, убавив немного хайлайты и достаточно сильно подняв шедоус. На 100% я шедоус не поднимаю, потому что появляются, опять же, цветные шумы в тенях. Они нам не нужны. Поэтому сильно этого делать не буду. Еще один момент, когда вы делаете вот такую раздвижку на плюс-минус 100%, это тоже, конечно же, никуда не годится, потому что появляется... Э сближение световых пятен. У нас есть, к примеру, световое пятно на лице, у нас есть световое пятно на попе, и получается, что, к примеру, тень под бровью, она может быть темнее, чем блик на штанах. И таким образом у вас как раз вот эта выпуклая картинка, выходящая из щели лицо, оно вдавливается туда внутрь, теряется объем, нафиг это никому не нужно. Поэтому нету здесь какого-то строгого алгоритма, что вот надо делать highlights на минус 15, shadows на плюс 30. Нет, это не работает. Вам нужно всегда анализировать, адаптироваться под эти параметры самим, по фотографии, ориентируясь по фотографии. В данном случае я поднимаю shadows, ориентируясь на то, что я в результате, потом в постобработке, опять же, вот этот участок, я его буду затемнять. Я вот эти участки буду затемнять, вот этот участок буду затемнять. Делать такой градиентный диагональный след, чтобы Опять же, упал больше на портретируемого. Окей, соответственно, вот мы подняли немножечко экспозицию. Цвета я здесь, ну, наверное, никак не буду съезжать, а хотя можно. Смотрите, у нас с вами э, в кадре имеются такие салатовые э, цвета. Салатовые цвета. Честно говоря, постапокалипсис. У меня никак не ассоциируется с салатовыми, теплыми цветами. Все-таки это должен быть такой э, достаточно мертвый, холодный мир. Поэтому нам лучше деформировать эти цвета. Цвета деформировать можно разными способами. Можно через LAB цветовое пространство, можно через Selective Color, через Q Stration, как хотите. Я могу предложить вам способ через зеленый канал, камеры э, calibration. Зеленый канал на плюс 100% двигаете вправо. У вас уже зеленый достаточно сильно меняется. Вот просто я камеру calibration смотрю до-после, до, видно, как зеленый превращается в э, такой прям из салатового в изумрудный. Ну и плюс э, для того, чтобы у вас э, после, того, как вы крас... э, после того, как вы зеленый канал подвинули вправо на плюс 100%, у вас лицо становится розовым. Чтобы оно вернулось в э, относительно первоначальный вид, нужно чуть-чуть добавить еще и красного канала хью. Повернуть его немножечко направо. Все, вот, блин, классный кадр уже по цветам меня полностью устраивает. Она должна быть холодной, не должна быть теплой. Вы можете с балансом белого немножечко пофиксить какие-то моменты. Не нужно делать эту фотографию супер теплой. Нет, абсолютно. Ее лучше всего даже здесь сделать таким образом, чтобы даже вот этот гудрон на фоне, он немножечко ушел в холодные оттенки. Поэтому баланс белого я смело двигаю чуть-чуть э, в прохладу от оригинального баланса белого. Открываю картинку и смотрю, что мы здесь можем сделать. А у меня уже появилась такая профдеформация. Я абсолютно на всех кадрах делаю прическу моделям делаю какие-то деформации с пластикой модель одета талию грудь шею попу ноги и так далее я здесь пластикой поправить не смогу ничего сделать не смогу но вот глаза нос губы лоб это вперед делаю копию слоя называю ее пластика ликвифай Liquify. Далее выбираю квадратную область. Обязательно мы работаем с квадратной областью, объяснял не раз. Если смотрите мой канал, то уже знаете почему. Потому что пластика работает более верно. Именно инструмент смещения пикселей влево. Работаю инструментом смещения пикселей влево. Что нам нужно сделать? Первое. У нас по отношению к щекам очень большой подбородок. Э, очень большой лоб. Вот этот очень большой лоб линию лба, нам по-хорошему, нужно немножечко сместить вниз. Таким образом, вы визуальный акцент перераспределите с верхней части лица на глаза, на маску. Особенно это будет хорошо видно в фотографиях других типажей. Мы с вами это сегодня еще, наверное, не раз, поэтому пройдемся. Ну и также, когда вы делаете эти вещи, вы работаете лучше с волосами. Я добавляю чуть объема в сами волосы, потому что чем больше, чем шире, вот этот более львистой становится прическа, тем более аккуратным и мягеньким становится, маленьким становится лицо самой модели. Ну, с маской здесь, я думаю, делать ничего не нужно. Она и так окей. Если вы там хотите какие-то супер перфекционистичные кадры, можете еще и параллельные линии во всех участках сделать более параллельными, чтобы не было никаких волн. Особенно, если вы снимаете фэшн, у вас, не знаю, там губную помаду нарисовали визажисты немножечко криво вы можете это все поправить с помощью пластики это делается на раз Лицо у нас определилось, чуть-чуть я увеличу сами глаза, обязательно замочек поставлю, чтобы у нас размер глаз менялся равномерно. И когда вы увеличиваете размер глаз, очень часто бывает такое, что визуально глаза становятся ближе друг к другу расположены. Поэтому eye distance, distance вы можете чуть-чуть расширить, там, процентов на 5. Все остальное здесь делать нету смысла, потому что оно, ну, не будет работать. Все остальные ползунки, они уже и так априори хороши. Ну вот до-после, просто насколько у нас поменялось Сама девочка Она, само собой, никуда не поменялась Она осталась прежней, все ее узнают Если смотреть в сравнении То разница видна, а так, конечно же, человек Портрет человека узнается Окей, быстренько делаем Опять же, я делаю все это быстро Делаю ретушь через частотное разложение Выберу такой процент Пикселей Такой процент радиуса растушевки И Высоких частот, чтобы у меня были Видны вот ну, текстура не читалась, но свет синевой рисунок читался. Делаем частотное разложение. Вот здесь маленький нюанс. Перед тем, как делать частотное разложение, я выбрал нормальный процентаж пикселей, меня он вполне устраивает. Но меня не устраивает то, что мне придется сейчас делать двойную работу, потому что у меня есть вот такой прыщик на лице, который читается и в высоких частотах, и в низких частотах. Это прям фигово. Поэтому Откатываемся назад, удаляем все эти слои частотного разложения, э, берем простую кисть, э, восстанавливающую, Хелен Браштул, и вот этот один прыщ, там быстренько можно пробежаться по самым большим вот таким областям. Просто чтобы этого не делать в двух слоях позже. Все, и теперь дальше создаем э, новый новую группу с частотным разложением, выбираем нужный радиус, я выберу 7 пикселей. Так, давайте вот эту плашку уберем, она уже не нужна. И быстренько делаем частотку. Полупрозрачной кистью вы можете спокойно э, какие-то супер перешарпленные области удалять, но в целом я работаю стопроцентной кистью, прям вот пробегаясь по 2 секунды. Далее, микшер, браш, тулом как эта штука работает, я уже... Тысячу стримов проводил. Если не знаете, обязательно посмотрите. Я сглаживаю свет-теневой рисунок. Вот здесь у нас на лбу есть теневое пятно. И вот это теневое пятно, оно нам необходимо. Потому что оно говорит нам о том, что лоб не как шар, не как мячик выпирает вперед. А все-таки он имеет какую-то плоскость. И эта плоскость для нас, разумеется, важна. Поэтому мы ее не будем на 100% затирать. Но все же вот эти... Какие-то бугры мы немножечко размажем. Я зачастую захожу в вот эту область, область линии волос. Она для меня очень важна, потому что она является переходом от кожи к прическе. И там должна быть по-хорошему тень. Если волосы тонкие, если волосы прозрачные достаточно, то свет проходит и подсвечивает эту область. И тогда издалека это выглядит как каша. Вот чтобы этой каши не было, вы можете вот эту область затемнить. То есть сама линия волос, как здесь, вот здесь она идеальная. А вот здесь она высветленная. Чтобы не было вот этой каши, я могу что сделать? Вот отсюда частотным разложением протереть тени до этого участка. И таким образом у нас получается лучшее отделение овала лица. То есть овал лица становится лучше считываемым. Мы потом еще в, в прорисовке свет теневого рисунка мы еще сюда немножечко вернемся. Так, ну, в принципе, все. Здесь можно закончить. Для особо упоротых вы можете еще прорабатывать с частотным разложением в низких частотах складки. Если, к примеру, вам нужно разгладить какую-то одежду, не знаю, там, свадебные фотографы, вам нужно на женихе разгладить одежду. Вот берете, бахаете, <coughs> бахаете частотное разложение, и в низких частотах все вот эти складочки делаете более аккуратными, более гладкими, и вам... Жених потом спасибо скажет. Точнее его невеста. Точнее его жена. Едем дальше. Что здесь мы можем сделать еще? У нас есть акцент акцент на лицо. И мне хотелось бы сделать, первое, более выразительные глаза, второе, поиграть с чуть большей насыщенностью, потому что картинка сейчас выглядит, ну, недостаточно насыщенной. Насыщенность я буду добавлять только через кривые. Я не использую э, инструмент э, Vibrance, не использую инструмент Hue для насыщенности. Я, э, э, чтобы увеличить насыщенность, использую кривые. Запомните, любая S-образная кривая, вот прям малюсенькая сообразная кривая, она будет увеличивать насыщенность цветов на вашей фотографии. Ваша задача просто правильно эту э, кривую расположить. Я тоже об этом уже говорил и не раз, рассказывал, как работает кривая, у меня на ютубе есть ролик по кривой. Э, я буду повышать насыщенность и повышать контраст э, преимущественно на лице моей модели. Мне нужно сделать так, чтобы вот эта точка была светлей а вот эта точка была темней. То есть мне, меня не интересуют вот эти точки на фоне. То есть у меня вот эти точки э, в тени, они абсолютно параллельны. Для меня важна э, вариативность, вариация, разность между светом здесь и здесь. Поэтому я создаю корректирующий слой кривой, беру э, инструмент палец. Кликаю на светлую область, кликаю на темную область. И видите, у меня на кривой появляются две точечки, которые соответствуют как раз вот этим областям. Именно их я и растягиваю. Одну точку я опускаю вниз, другую точку я поднимаю наверх. У меня сразу меняется свет-теневой рисунок на моей модели, и получается все очень-очень-очень хорошо. Прям картинка становится более контрастной, причем она становится контрастной там, где мне это нужно. Если я не хочу получать более темные тени, а я их хочу получать, потому что мы заранее это говорили, то, что мы достаем тени э, в модуле камера Raw, потом мы можем себе позволить через кривую эти тени убрать. Но вдруг, если вы не хотите их убирать, у вас есть всегда контр-прием, который позволяет создать дополнительную точку на кривой и вот просто чуть-чуть ее сделать более ровной, чтобы она не была не кривой, а была прямой. Все, у вас появляется хороший контраст на лице, а тени остаются равномерными. Я это не делаю, потому что я смогу позволить себе уменьшить э, тени, уменьшить их, потерять, а все остальное мне нравится. Далее создаем нейтральный серый слой 80, 80, 80 порядковый номер, растрируем его сразу, накладываем в режиме наложения Overlay и инструментом осветлитель я буду прорисовывать глазки. Прям беру стопроцентную экспозицию, потому что мне важно получить за несколько движений хороший результат, активное действие. Также, если одного раза вам не хватает, вы можете повторить это действие. У меня это записано в экшен, я нажимаю на клавишу F6, у меня сразу создается нейтральный серый слой с порядковым номером цвета 888, сразу накладывается в режим наложения overlay, сразу активируется инструмент осветлитель. И в глазах иногда будет классно понимать, откуда у вас падает свет. Смотрите, у меня свет падает вот в этом направлении, то есть он падает сверху вниз, это видно по бликам в глазах, и вы можете э, прорисовывать свет не по всему овалу радужки, а лишь только по траектории движения. То есть, прорисовать вот эту часть, вот здесь нужно высветлить, и прорисовать блик, который появляется здесь. Потому что все-таки радужка, она немного вогнутая, и э, сам глаз, когда свет падает по касательной, он хорошо отражает свет, именно идущий по траектории света. Поэтому мы берем инструмент осветлитель. Высветляем верхнюю часть. И здесь я тоже сделаю вот такой вот небольшой блик забликованность. При этом я зажимаю Alt, у меня инвертируется инструмент осветлитель, он уже затемняет. Я могу прорисовать контур глаза, а эту часть высветлить. Нижнюю часть высветляем, верхнюю часть тоже высветляем, а края наоборот затемняем. То есть получается такой больший контур. Смотрим до-после, до-после. По-моему, прикольно. Что здесь можно сделать еще? Как я и говорил, я создаю новый корректирующий слой, такой же нейтрально-серый. Мне хотелось бы вот эту область немножечко затемнить. Единственное, что я режим наложения поменяю на soft light. Так, сделали, затемнили. И здесь, в принципе, давайте вот здесь еще немножко вот так вот бахнем. Тык-тык-тык-тык-тык тык 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 Вот эти блики, они тоже интересные. Почему бы нет? Почему бы их не высветлить? Ну и можно в целом пробежаться по всей фотографии, по складкам, по каким-то участкам, которые должны, на ваш взгляд, выбиваться, которые должны бросаться в глаза. Вы можете пробежаться, сделать их более активными. Здесь крестик можно чуть-чуть высветлить сделать на него визуальный акцент, акцент сделать небольшой на грудь, чтобы у нас не просто голова была, а все-таки какой-то дополнительный акцент был снизу. Ну и, наверное, я не знаю, можно вот так вот сделать? Почему бы и нет? Я выбираю инструмент на клавишу W, вы нажимаете, и инструмент называется Object Selection Tool. Инструмент выделения объектов. Клацайте на предыдущий, на самый верхний физический слой, выбираете, выделяете какую-то область, она нифига у нас не выделилась, наверное, потому что темная. Ну ладно, давайте тогда создадим новый слой, Создай, создаем новый слой поверх всех слоев, и, и, и вот так вот выделяем, пытаемся выделить крестик. Все, крестик выделился. Далее мы создаем корректирующий слой кривую, и этот крестик просто сделаем таким более ярким. Тык. Во. Все. Предыдущий слой можно удалить. Ну и все. Вот у нас, в принципе, фотография готова. Что здесь еще можно сделать? Так. Момент. До-после, до-после. Здесь можно еще немножечко поиграть с цветом. Давайте попробуем. Я выберу Selective Color, выберу красные оттенки. Потому что вот здесь на фоне вот этот фоновый цвет. Он содержит в себе примеси красного, и эти примеси красного можно попробовать инкриснуть, так прям хорошо сделать, более насыщенными. И это можно все провернуть в несколько копий слоя Selective Color. О чем я говорю? Вы наложили Selective Color, он немножечко свет приумножил, вот он стал более ярким. А потом вы такие берете и коп, еще делаете копию слоя, и он у вас еще более стал красным. И здесь уже можете деформировать в нужной степени вам цвет. Я хочу его сделать чуть более вот таким вот... Вот как-то так. До, после. Отлично. Далее мы эти два корректирующих слоя Selective Color загоним в группу. Создадим на нем маску на этой группе. И уберем воздействие нашего, э, нашей группы с корректирующими слоями Selective Color с лица. То есть на лице, но нам все это дело не нужно. Поэтому мы убираем воздействие с лица, убираем воздействие с тела, со штанов на заднем плане. А в остальном все получается, остается как есть. Так, ну и давайте еще сделаем небольшой э, завершающий слой Color Balance с Color Balance попробуем немножечко поиграться тоже с вариациями цветов в цветах и в тенях. Тени попытаемся сделать одной тонировки, цвета сделаем другой тонировки. Тени я немножечко уведу еще в холодный, чтобы у нас цвет гудрона на заднем плане был еще вот такой более холодный. А хайлайты я наоборот уведу в чуть-чуть более желтоватый, в чуть-чуть более такой зеленоватый даже оттенок, чтобы у нас лицо прям не было супер розовым. Все, вот сейчас меня все устраивает. Хотя нет, не все устраивает. Возьмем еще один Selective Color, возьмем зеленый оттенок, и из зеленого мы попытаемся сделать чуть более э, насыщенный, зеленый. То есть добавим насыщенности, э, добавим выразительности зеленому цвету. Чтобы зеленый сделать более зеленый, из зеленого нужно убрать мадженту, противоположный ему цвет по цветовому кругу. И добавим немного черного. И вот в зависимости от наличия желтого ползунка, желтого цвета в зеленом, вы будете определять э, его теплоту. Будет он салатовым, либо он будет маджен, э, либо он будет э, циановым. убираю желтый в ноль. У нас становится такой прям супер-супер постапокалиптичный э, изумрудный цвет. Сейчас у нас повышается экспозиция этого цвета, яркость повысилась. Чтобы яркость не повышалась, берем и режим наложения меняем на э, Color. У нас меняется только цвет, яркость, как видите, остается практически прежней. Все, вот фотография готова. Сделаю, выделяю все слои копию слоя, поверх закидываю этого слоя. Можно делать это сочетанием э, Shift, Alt, Command, E. Можно так делать. Мне так неудобно. Я делаю Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Мне не нужно вот пальцами вот делать что-то такое, чтобы сочетание из четырех клавиш нажать. Мне легче три раза нажать Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Соответственно, сделали копию слоя. Давайте сразу изменим размер картинки на 2560 точек по длинной стороне. Обязательно используйте алгоритм сжатия бикубический, наилучший для уменьшения бикубик Sharpen Reduction. И уже с таким размером, во-первых, я давайте сохраню э, PSD-шку, PSD-шку я закину в телеграм-канал. Поэтому, если вам этот файл, захотите на него посмотреть в разобранном состоянии, зайдете в телеграм-канал мой, там скачаете, все это бесплатно. Ну и плюс, после того, как мы изменили размер картинки, я немножечко накину резкости, и накину зерна. Без зерна здесь грустновато, потому что вот эта вся э, часть, она теряет э, текстуру за счет расфокуса. А мне она там хотелось бы получить ее. Все, 15% окей, нормально. Еще раз сохраняем, далее объединяем все слои, JPEG. Все, наш JPEG готов. Едем дальше. <coughs> так, перед тем, как едем дальше, я быстренько посмотрю, что вы написали. Так. А стрим останется в записи. Да, можно еще сделать черно-белую маску. Можно гудрон еще затемнить. Все, на ваш взгляд. Все верно. Запись сохранится. Я сейчас не в России, я уже полгода живу как в Турции. Но у меня скоро здесь аренда квартиры заканчивается, поэтому я вполне возможно, что вернусь. Только пока не знаю куда. Так. Йоу, Макс, я пока дроны прогугливаю в на тренажере, вот сейчас изучу, как фоточки обрабатывать, с тебя пресет попрошу, чтобы мастером стать. Ага, класс, лайк. Like. Как ты изменяешь размер в Photoshop? Быстрое изменение размера — это Shift-Command-I, если у вас Так, если у вас Mac, нет, если у вас Mac, это Alt Command I. Alt Command I изменяет размер картинки. Как вернуться в модуль камера RAW? В модуль камера RAW возвращаетесь с сочетанием Shift Command A. Если вы работаете на винде, вместо Command используйте Ctrl, то есть Shift, Ctrl, A. Так, что за шум? Уже нету шума? Уже нормально все? Так, окей. Сейчас я быстренько гляну. Все у нас окей с вами. И тогда будем продолжать. Так. А что у нас донаты были? А я все пропустил? Давайте вы мне будете говорить, когда у нас будут донаты. Или это не то? Это... Короче, ребят, если донаты я какие-то пропускаю, не обижайтесь. Донатам все... Всем донатам я очень рад. Так, едем дальше. Окей, э, что еще можно поделать? Давайте с вами посмотрим на вот эту фотографию. Она очень похожа по настроению. Быстренько ее пробежимся по ней. Я также вытаскиваю тени для того, чтобы получить чуть более э, широкий динамический диапазон. Я его потом, опять же, все эти тени э, от них избавлюсь, это не проблема. Но вот в этой фотографии, опять же, вы можете получить изумрудный цвет травы, либо э, работать уже от э, салатового. Я, наверное, все-таки от изумрудного буду работать. Он мне нравится. Здесь можно получить хороший контраст между травой и с желтыми листиками, желтой землей. И вот этот контраст, его можно сделать чуть более активным. Поэтому давайте попробуем его замутить. Открываем картинку. Я сразу ее изменю на 2560 точек. А, кстати, стрим идет без тормозов вроде как. Поэтому можно даже было и не изменять картинку. Окей. Также пластикой можно быстро пробежаться по волосам. Сделать чуть больше объем на волосах. И смотрите, когда вы работаете с пластикой, если ваша модель лежит на боку, то у вас пластика будет, не будет идентифицироваться. No face detected. Соответственно, чтобы все это заработало, вам элементарно просто можно развернуть полотно на э, столько градусов, в такую ориентацию, чтобы подбородок был снизу, а лицо наверху. Соответственно, выбираем прямоугольную область и все, у вас лицо спокойно активируется, вы можете уже работать с глазами, с носом, с губами, с чем вам только захочется. Ну, просто такой маленький небольшой лайфхак. Возвращаем фотографию в первоначальный вид. Здесь давайте, наверное, еще пластикой кое-что сделаем. Мне не особо нравится то, что у нас получаются такие достаточно большие бедра, поэтому я их немножечко сделаю пониже. Но пониже их надо делать аккуратно, потому что на заднем плане тоже появляется искривление пространства, получается такая вмятина. Вот чтобы эта вмятина смотрелась адекватно, нам нужно еще опускать все э, рядом э, рядом расположенные объекты. Поэтому вот эти участочки я тоже немножечко подопущу. Ноги можно тоже самую малость вытянуть. Вытягивать можно спокойно с помощью пластики. Никто вам плохого ничего не скажет. Если все объекты, ваша модель находится на открытом пространстве, можно использовать Puppet Warp. Либо просто свободную трансформацию, варпом тянуть ноги, а потом все это масочкой промаскировать. Окей, okay. это... It... сделали пластику. Дальше здесь можно чуть-чуть поработать с селектив с зелеными оттенками, я их сделаю чуть-чуть потемнее, добавлю в зеленый мадженту, я не буду его удалять, хотя вот здесь, смотрите, вот этот цвет такой яркий зеленый, он вполне симпатично смотрится, поэтому давайте, наверное, удалим все-таки, сделаем его более активным. Окей. Uh, okay. И создам еще один корректирующий слой Selective Color и возьму уже красные цвета. Из красных удалю циановый, потому что когда вы удаляете из красного циановый, опять же цветовой круг представляем, открываем, сверху у нас циан, э, сверху у нас красный, снизу у нас циан. Циан противоположен красному. Когда мы удаляем из красного э, циан, мы получаем более насыщенные красные цвета. И добавляем э, черный. Э, красный, чтобы сделать его более насыщенным, более темным. При этом у нас цвет модели очень сильно задирается. Чтобы он так сильно не задирался, давайте просто делаем маску. Кликаем на самый верхний физический слой. Тот слой, который содержит в себе фотографию. Далее сверху клацаем на Select and Mask. точнее не на Select and Mask, а сначала нужно выбрать инструмент Object Selection Tool, либо Quick Selection Tool, короче, любой инструмент, который начинается на клавишу V. Нажимаете на W, он у вас активируется, и здесь сверху выбираете Select Object. Нажимаете на Select Object, выделяется модель, вуаля, все, у вас есть обтравка. И далее вы просто Удаляете маску, удаляете эту область из маски вашего слоя Selective Color. Все, теперь красный цвет повышается везде, только не на модели. То есть модель у нас остается. Кстати говоря, в новом Photoshop, когда вы выбираете Object Selection tool, tool, сверху у вас есть галочка Object Finder. Если вы ее активируете, то теперь э, вы можете наводить мышку на какие-то объекты, и Photoshop сам будет определять автоматически эти объекты и показывать, подсвечивать эти объекты вам. Он работает, ну, не совсем, э, конечно, круто, вот, к примеру, палец он не определил, но в любом случае это облегчает вам работу в разы. То есть вам не нужно вручную двигать все эти... Э, этой обтравкой работать и... Обтравка делается за долю секунды. Все, этого достаточно. Там, если что-то где-то у вас получается рвано, вы всегда можете применить э, ползунок фэда для того, чтобы растушевать эту область. Ну и в результате все воздействие будет идеальным. Так. Не-не-не, у нас это призыв молиться. Да. Поют. Так. Стрим сохранится. Обязательно стрим будет. Ребят, равки уже присылать поздно. Надо было раньше. Я уже все равки скачал. Как бороться с коцанными пикселями после публикации в Инстаграм? Особенно красный цвет. Ребят, красный цвет так сжимается инстой, там очень сильные сжатия, что вы, конечно же, ничего не сделаете. Накидывайте зерна, работайте с светотеневым, вот именно светотеневым шумом. Если, к примеру, на фотографию, состоящую из красных, э, из красного канала, просто вот на красную фотку посмотреть, то вы увидите минимальный свет теневой рисунок, у вас просто будет одно цветовое заполнение. Попробуйте обесцветить красную фотку. Вот возьмите свою красную фотку, которую вы загружаете в Инстаграм, и попробуйте ее обесцветить. Вы получите очень такой прям гладкий, выглаженный, как будто после кожи модели будет, как будто она пластиковая кукла. Вы получите такой свет теневой рисунок. И вот если вы хотите загрузить нормально это все в Инстаграм, попробуйте накинуть зерна именно света теневого. Тогда вы, ну, хоть как-то сбалансируете эти потери. Они будут намного лучше, конечно. Так, окей. Okay, давайте, наверное, еще продублирую я этот слой. Хочется все-таки больше красноты. Во, вот как-то так. Супер. Уже нравится. Здесь на пятке у нее, смотрите, какая-то плашка появилась. Ее надо убрать. Убираем плашку. Здесь тоже. Нормально. Все, готово. Далее, что мы делаем? Создаем корректирующий слой кривую. Я немножечко добавляю контраста нужного мне. Делаю контраст именно в бликах, вот в этих областях. Далее создаю нейтральный серый слой и добавляю блики в глаза. И блики на губы. Тык-тык-тык. Можно чуть прорисовать цвет теневой рисунок на каких-то важных областях. Все. Далее можно быстро пробежаться по восстанавливающей кистью по явно выбивающимся вот этим точечкам на коже. Их не так много, поэтому можно даже без частотного разложения. Вообще частотное разложение я делаю не всегда. Если кожа модели, именно ровность кожи модели, без каких-то явных перепадов света теневого рисунка, то частотное разложение можно делать. Эти маленькие точечки, они легко удаляются с помощью элементарного инструмента Spot Healing Brush Tool, либо Healing Brush Tool, восстанавливающая кисть. Этого вполне достаточно. Клацайте Healing Brush Tool, выбирайте здоровый участок кожи с зажатым альтом и потом прорисовываете все это добро на нездоровых участках. Вот здесь, конечно, можно частотное разложение сделать, но мы этим заниматься сейчас не будем. Вот эти тоже точки, они грязные, не совсем на ноге хороши, можно чуть-чуть какие-то явные убрать. Окей. Okay. Uh, все, что мы здесь еще можем сделать? Мы можем выбрать, uh, также взять маску нашу и создать корректирующий слой на фоне кривой. Создаем кривые, которые будут воздействовать на фон. И чуть Чуть я бы на самом деле фоновую экспозицию самую малость бы приподнял. Опа. А вот нам и донат какой-то прилетел. Пу-пу-пу. Сейчас -пу -пу. как зачитаю. Павел отправил 100 USD. О, 100 баксов. Павел, спасибо большое за 100 баксов. Я не знаю, я думал, что это 100 рублей, а это 100 баксов. Это в 60 раз больше, чем 100 рублей. Спасибо большое. Обнимашки, целовашки. Так. Э Экспозицию на фоне мы подняли. И вот здесь, смотрите, ребят, нам нужно понимать, какой акцент какое настроение вы хотите привнести в свой кадр если вы хотите получить более мрачный снимок то ни в коем случае вам поднимать экспозицию на фоне нельзя но если вы возьмете этот мрачный снимок закинете его в инстаграм многие вообще не увидят то что находится в тенях потому что когда вы смотрите ленту в инстаграме у вас получается что м -м, детализации абсолютно никакой нету на фоне и просто появляется светлая модель на черном фоне потому что что в Инстаграме очень много ярких картинок. Все блогеры, они путешествуют, смотрят, фотографируются на ярких фонах, и получается, что супер белая лента, и потом бах, одна ваша фотография с черным фоном. Если вы загружаете куда-нибудь на свой сайт с черным интерфейсом, то тогда такая фотография сработает. Я бы, если бы, опять же, для своего портфолио брал, я бы задний план высветлил, я бы сделал его чуть более ярким, Потому что он все-таки несравнимо темен, он несравнимо темный по отношению к бликам на лице, на коже нашей модели. То есть вот эти блики на коже нашей модели, они намного ярче, чем вот этот зеленый. Поэтому я его чуть-чуть нормализую за счет э, вот такой кривой. И э, на самом деле для того, чтобы опять же вот эту объемность сохранить, чтобы у нас просто не высветлялся, вы можете создать ну некое подобие S-образной кривой. То есть вот сейчас у меня классическая S-образная кривая. Она просто не в высокой степени изменяет картинку. Но цвета у нас подняты. И по отношению к этой точке, вот если я вот эту точку уберу, у нас кривая должна подняться. Но так как я ее опускаю, все, у нас уже появляется S-образный изгиб. Вот этот S-образный изгиб, он, конечно же, повышает и контраст, и насыщенность. Мы это видим в фотографии. Все, готово. Создаем копию слоя, быстро изменяем Накидываем немножечко резкости. Сразу клацаем. Я добавлю зерна. Без зерна жить не могу. Давайте прям на, не знаю, 17% пускай зерно будет. Все, сохраняем... Э, PSD файл, сохраняем... JPEG. Я эти... JPEG -и, и... PSD файлы закину в наш чатик как отчет. Едем дальше. Так, давайте быстро э, прочитаю комментарий и пойдем дальше. Подскажи, как тонировать фото. Тонировать фотографию вы можете через Color Balance. Пожалуйста, не тонируйте фотографию через другие инструменты. Если у вас, к примеру, есть классная фотка, у вас есть такой инструмент, который называется Color Grading. Вы с помощью него можете тонировать снимок. Как вообще тонируется снимок? Тонировка снимка происходит вообще в адекватном, давайте так. Тонировка здорового человека, не курильщика. Это когда вы имитируете естественный свет. К примеру, естественный свет всегда имитируется простым алгоритмом. Света уходят в теплый, тени уходят, <как> уходят в холодный. Света уходят в теплый зеленоватый, а тени уходят в холодный маджентовый. Соответственно, вы это можете сделать с помощью кругов. Взять, к примеру, света, увести немножечко в желтоватый. Вот я это делаю прям такой говняной тонировкой, которая хуже, я не знаю, что можно придумать. А тени мы уводим в холодный. То есть вот такую тонировку, тонировку такого типа, она реализуется, ну, к примеру, в многих программах видеообработки, где нет более расширенного функционала, как в Photoshop, как инструмент Color Balance. Но в результате вот вы получаете тонировку. Тени у вас уходят немножечко в холодный, света у вас уходят немножечко в желтоватый, вы получаете адекватный, э, приблизительно адекватный результат. Но по-хорошему я бы так не делал. Лучше всего, конечно же, это все дело обнулить, открыть Photoshop и уже в Photoshop бахнуть все через э, правильный инструмент color balance так давайте раз уж мы эту фотографию открыли быстренько пройдемся по ней здесь у нас девочка с веснушками эти веснушки хотелось бы достать давайте мы с вами поступим следующим образом чтобы достать эти веснушки все-таки у нас экспозиция очень высокая вот я сейчас навожу на светлый участок вот сюда вот сюда смотрим вот на эту на этот показатель. Он у нас практически доходит до, до 255%. Если я, кстати, обнулю э, вообще фотографию, все параметры, все настройки, то она, да, она ну, 247 где-то вот я вижу. То есть она максимально близка уже к самой светлой области. Оксан, спасибо большое. Я знаю, что я молодец. Оксан, оксан, оксан. Э, смотрим дальше. Оксан, ты смотришь сюда. Все остальные смотрят сюда. Что мы делаем? Баланс белого мы немножечко уводим в холодный, для того, чтобы нормализовать цвет. А второе это яркость. У нас сейчас достаточно яркое лицо. Чтобы вытащить веснушки, нам эту экспозицию нужно немножечко прибрать. Я просто беру на пол стопа экспозицию кадра опускаю. Все, больше пока что мне ничего не нужно. Потому что потом в постобработке мы с вами за счет кривых все это вытащим. По фотографии, не по обработке, по фотографии. Меня немножечко смущает вот эта рука. Я бы так, наверное, фотографировать не стал. Что-нибудь изменил. Либо пальчики, чтобы она на пальчиках лежала. Но все-таки вот сосиска рука выглядит странно. Но окей. Здесь зато симпатичное лицо. Давайте с ним работать. Так. А что у нас там, кстати, с оптической дисторсией? А все окей. Пускай так будет. Окей. Открываем картинку. давайте сразу я давайте сделаю так 4000 пикселей по длинной стороне нам этого будет достаточно чтобы все увидеть сейчас нам нужно добавить вытащить веснушки веснушки очень классно вытаскиваются через инструмент black and white где вы можете вручную очень хорошо найти контраст с кожей модели вот смотрите я сейчас с помощью Black and White а взял и за счет уменьшения яркости желтого и за счет уменьшения яркости красного вы всегда можете найти баланс между ними. Как правило, веснушки, э, я, э, как правило, веснушки в себе больше содержат красного цвета. Поэтому лучше всего красный в минус, а желтым уже вы добиваетесь вот адекватной для вас контрастности картинки. Все, вот это сделали действие. У вас сейчас есть черно-белый слой, который, кстати говоря, можно использовать как черно-белый вариант фотографии. Почему бы и нет? Вот смотрите, на мой взгляд, это очень классный способ сделать фотку ЧБшной. Why? Почему бы и нет? Why not? Соответственно, но мы с вами хотим цвет, нам все-таки интересен цветной э, рисунок, поэтому мы с вами возьмем и Black and White слой наложим в режиме наложения Luminosity. Наложили в режиме наложения Luminosity, получили вот такую вот прям контрастную-контрастную жесть, ничего страшного. С помощью корректирующих слоев мы это все с вами фиксим, с помощью прозрачности мы можем уменьшить активность нашего слоя. И плюс ко всему э, прочему нам нужно с вами понять, а на какие области нам нужно накладывать этот слой. Поэтому я инвертирую маску и простой кистью, белой кистью по черной маске, я эти веснушки буду возвращать. Возвращаю я их до тех пор, пока полностью их не закрашу. То есть вот эта область для меня должна быть закрашена полностью. Зачем? Сейчас объясню. Все, я ее полностью закрасил. И сейчас мы видим то, что у нас лицо кажется, ну, как будто она долго смотрела в микроволновку, перегрелась. У нас она не сопоставима с вот этими областями. То есть у нас здесь достаточно большая пропасть. Сейчас наша задача взять маску и density, уменьшать ровно до тех пор, пока вы не получите адекватный, э, адекватную суперпозицию между вот этими двумя областями, чтобы у вас вот эта часть смотрелась и вот эта часть смотрелась как один рисунок. Как только вы эту э, границу ловите, вы останавливаетесь. Но ну, вот я думаю, где-то на этом уровне она уже смотрится более адекватно. Но опять же, сейчас слишком она явна. Вы нашли суперпозицию, при котором две области смотрятся хорошо, а теперь вы берете и прозрачность этого слоя уменьшаете. Все, вот, где-то на 70% я бы, наверное, остановился. До, после, до, после. Выглядит прикольно. Очень-очень контрастный. Такой прям быстрый лайфхак, как делаются веснушки. Здесь есть еще один нюансик. Меня немножечко смущает вот этот треугольник. Он очень яркий, поэтому я возьму и экспозицию в этой области снижу. Создаю э, нейтральный серый слой, который отвечает за э, свет и тень. И просто-напросто вот эту часть надо затемнить. Смотрите, кстати говоря, не работает. Вот я пытаюсь затемнить ее, а она, видите, делается не так насыщенная она становится немножечко грязноватой вот как ее сделать более нужной мне по цветам можно конечно поиграться с режимом наложения но нет мне это не нравится все равно она кажется очень грязной давайте идти по другому пути мы возьмем э, лосо простое лосо выделим приблизительно область которая нас не устраивает вот она какая-то такая создадим корректирующий слой кривую и за счет понижения точки черного, то есть мы понижаем точку черного, видите, что происходит? У нас как раз эта область, она становится нужной э, мне экспозиции, то есть я ее подстра... подстраиваю. Почему я не опускаю точку белого? Почему я не опускаю центральную точку? Э, здесь надо вспомнить мой урок по кривым. Вы должны помнить, что угол наклона 45 градусов не меняет контраст и не меняет насыщенность. Как только вы получаете более вертикальную кривую, более э, большой угол, то у вас повышается и контраст, и насыщенность. А если вы делаете более пологую кривую, соответственно, у вас контраст понижается. Вопрос в этой области, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать первое. Понизить экспозицию. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы кривая была ниже. Это первое. А второе, нам нужно повысить насыщенность. А что нужно сделать, чтобы повысить насыщенность? Сделать кривую более вертикальной. Я не могу сделать понизить вот эту точку, потому что я уменьшу, уменьшу яркость, но при этом у меня понизится насыщенность, потому что угол маленький. Мне нужно сделать так, чтобы кривая была вот где-то в этой области, но при этом имела острый угол. Точнее, тупой угол, чтобы он был более... чтобы кривая была более вертикальна. Соответственно, мне нужно вот какой-то такой тип кривой. А чтобы получить такой тип кривой, мне нужно двигать точку черного вправо. Вот этим я и занимаюсь. Я двигаю точку черного вправо, и все, как видите, у меня прям идеально матчится цвет. Чтобы граница была не такой суперактивной, я просто ее растушевываю через файда. Все, до, ну-ка, до, после, до, после. Все, и у меня идеальный прям получается такой матч. Можно еще взять и совсем психануть, накинуть этот э, корректирующий слой немного на ухо, чтобы оно не было таким светящимся, и на верхнюю часть, э, на верхнюю часть лба все, готово. Вот у нас получается такая небольшая масочка. И очень-очень симпатичный портрет, который мы также с вами пробежимся по высветлению глаза с затемнением края радужки. Этот глаз, этот глаз, радужка, радужка, блик. Все. Губы. Быстро по губам пробегаемся. Тык-тык-тык. Здесь, здесь, здесь. Чуть больше объем тени вниз накидываем. И, на мой взгляд, классно. Давайте мы с вами не сделали очень важную штуку с пластикой. С пластикой нам придется работать с квадратной областью. Я возьму вот эту правую часть, большую часть. Я немножко уменьшу ей кончик носа, прям самую малость. Уголки губ чуть-чуть подтяну наверх. И еще один момент. Вот смотрите, здесь с губой у нас получается такая ситуевина, что губа идет и поднимается здесь, опускается здесь, здесь, здесь. Вот такая штука. То есть губы немножечко надутые. И чтобы этого не было, мы это тоже можем в наших силах это все реализовать. Чуть-чуть подосп... подправить. Чуть-чуть я здесь подопущу, чуть-чуть здесь приподниму, здесь подопущу и все а в остальном все окей. Класс. Размер глаз тоже можно бахнуть чуть побольше. 15. А в остальном все окей. До, после, до, после. Так, по цветам. В целом получился уже законченный кадр. Здесь даже делать ничего не нужно. Но я не могу не поиспользовать Color Balance. Shadows сделать чуть более маджентовыми. А с хайлайтами здесь э, все и так хорошо. Чуть-чуть их сделаю более желтоватенькими. Прям на 1%. Все, готово. Делаю копию слоя. Для, по длинной стороне 2560 точек. Э, хотя нет, давайте пока что сохраним э, такой full size. А вот уже дальше изменим на 2560 точек. 2560 точек по длинной стороне. Открываем модуль камера Raw. Добавляем немножечко резкости и зерна процентов на 5. И сколько? Нет, побольше. Здесь надо процентов 20. И размер зерна, наверное, тоже можно увеличить. Давайте размер зерна поставим 35. И силу на 20. Окей. Потому что портрет большой, зерно должно быть более крупное. Все, сохраняем картинку. Десктоп и JPEG. Так, у нас донат еще прилетел. Чел из Астрахани. Йоу, Макс, привет, обучаешь индивидуально. Спасибо за 50 рублей. Э, индивидуально практически уже нет. То есть я стараюсь, я уже от индивидуальных стараюсь отходить. Поэтому, наверное, пока что брать не буду. Сейчас у меня курс по фотографии. Сейчас я точно брать не буду. Ближайший месяц индивидуалки не провожу. В конце октября, пожалуйста, можно будет замутить что-нибудь. Ну, на мой взгляд, получился очень симпатичный кадр. Надеюсь, вам тоже нравится. Так, едем дальше. Про курс узнать, зайдите ко мне на сайт, либо в Телеграм зайдите канал, там прям ссылка на лендинг, можете почитать, что с курсом. Я уже группу набрал, кстати, могу взять еще прям пару человек максимум. На что донат? О, ребят, кстати, донат. Я вам не рассказал, на что я собираю. У меня прям да, вот здесь, вот тут вот. донат, мы с вами собираем 9000 рублей на Canon EOS M. Нафига нам нужен Canon EOS M? Оказывается, Canon EOS M умеет снимать, вот эта маленькая херня, она умеет снимать в RAW формате видео, через стороннюю прошивку Magic Lantern. Вообще Magic Lantern это офигенная штукенция. Это сторонняя прошивка, э, неофициальная прошивка, которая делает ваши кэнны вообще с... С ног сшибательными машинами-убийцами, которые могут э, там показывать и зебры, и фокус-пикинги у них очень сложные. Там много всего есть. Э, мой первый опыт использования прошивки Magic Lantern был в 2012, а может быть, даже в 2011 году. У меня был Canon 50D. Это такой репортажный, достаточно большой, но кроп фотоаппарат. И он не умел снимать видео. И вот прошивка Magic Lantern, которую я поставил на этот фотоаппарат, о, она просто взяла из. Фотоаппарат, который не умел снимать видео, она сделала фотоаппарат, который умеет снимать видео. Для меня это, на тот момент был взрыв мозга, потому что многие фотокамеры снимать видео не умели. Вот, поэтому э, я хочу купить э, Canon EOS M и, соответственно... Так, а что у нас он не обновляется? Почему 500 рублей? Нам же закинули бабла. Ну вот, ладно. Нам закинули бабла, а он почему-то не обновил. Ну ладно, я надеюсь, он потом это все покажет и обновит. В общем, как соберем, я сразу вам об этом сообщу. И прям в ближайшие дни, как соберем, я куплю Canon EOS M. Штука классная. Хочется установить туда, поставить Magic Lantern и фигануть. Так, окей, едем дальше. Что здесь мне хотелось бы вам еще показать? Какие фотографии? Вот этот снимок меня тоже э, заинтересовал. Заинтересовал своей сложностью и достаточно узким динамическим диапазоном, потому что здесь э, достаточно сильный пересвет, э, достаточно сильный контраст между светом и тенью. И вот с ним тоже хотелось бы э, поработать. Так, а сегодня будет ретуш. Частотное разложение? Да, сделаем частотное разложение чуть попозже. Так, Оксана, я тебя прибью. Оксана сегодня в роли тролля, да. Оксана, расскажи лучше, как ты прошла стрей. Тебе понравился? Максим, подскажи, пожалуйста, если шаришь, как на твой взгляд, стоит ли брать для фото-видео Canon 6D Mark II? Нет, ну точно не для видео, блин, это зеркальная камера, вообще зеркальные камеры для видео, это то же самое, что взять Lamborghini для того, чтобы картошку перевозить, типа, нафига. Или как взять семиместную машину человеку без семьи. На ютубе чат читаешь. На ютубе чат читаю, да. Макс, у тебя был пресет, который уменьшает фото до 1920 по длинной стороне для горизонтальных фоток. Это сейчас не актуально? Нет, это сейчас не актуально. 1920 точек по длинной стороне уже, конечно же, это все это архаизм. Надо использовать большие разрешения. 2560 точек по длинной стороне самый идеальный вариант. Георгий Чернядев, привет. Оксана, как твои дела? У Оксаны все нормально. Я все жду, когда мы поедем на каньон. Должны поехать на каньон. Так, группу набрал, группу набрал. Э, раньше мучилась выборочной коррекцией, а оказалось, через чебы и Luminosity все так быстро делается. Да, Макс, на чем стримишь? Что че за Mac? Макс Studio. У меня Mac Studio на самом простом M1 Max процессоре. На RP тоже прошивка покатит, не знаю, надо смотреть. Откройте официальный сайт Magic Lantern и гляньте, что да как. Так, Алексей Яковлев, это пинг. Какой пинг, Алексей Яковлев? Ты что-то писал до этого? Напиши еще раз. Макс, запиши видео о том, почему нужно снимать в формате RAF, а не JPEG. Покажи например, обработку фото враг в JPEG. Отличие в конечном результате. Да, кстати, хорошая тема, особенно для начинашек. Я думаю, она очень хорошо зайдет. Сделаю обязательно. На Твиче я не стримлю, потому что один я провел стрим по стрею на Ютубе. Это было, конечно, прикольно, но очень много геморроя. То есть нужно все-таки сделать какую-то студию, прям чтобы я не настраивал камеру. Потому что сегодня на стрим я готовил камеру, я поставил ноутбук для того, чтобы комментарии читать. Это не совсем удобно. Ты этим не будешь заниматься каждый день. А, ну, надо сделать так, чтобы было на каждый день. Прям установить все, что было на своем месте, чтобы не убирать. Вот тогда будет нормально. Для чего уменьшать размер фото? Многие софтины, на которых вы сейчас смотрите фотографии они имеют самые хреновейшие, просто руки оббить всем хочется, э, тем, кто придумал эти социальные сети, алгоритмы сжатия фотографий. То есть вы загружаете фотографию, там, 5000 точек по длинной стороне, а браузер, либо социальная сеть сжимает картинку таким образом, что она просто выглядит мутно. Там алгоритмы сжатия не э, такие как в фотошопе. То есть в фотошопе вы используете бикубические алгоритмы, которые обрабатывают массив пикселей, сравнивают их, тем самым повышают там, достаточно лояльно, относятся к повышению резкости. А в интернетах, на серваках используются старые алгоритмы, опять же, не на всех. К примеру, если кто-нибудь пользуется сайтом портфолио от Vifolio, я о нем видео записывал, я у меня Vifolio на... мой сайт сделан на Vifolio. И вот там охренительно, потому что вы загружаете full size, и он у вас отображается на экране э, в небольшом размере в просто идеальных э, размерах так алексей яковлев в рублях тоже был 550 рублей да я, я, я как раз вроде там какой-то донат прочитал за 50 рублей так э, пока мы с вами говорим сейчас я быстренько одну штуку гляну, и мы с вами продолжим. Мы с вами стримим час 10, я думаю, мы еще с вами часик спокойненько продержимся. Скажите мне вообще, как вам нравится стрим, не нравится, что хотите нового, что хотите нового на YouTube-канале, если у вас какие-то есть идеи, предложения, Почему бы и да, предлагайте. Я иногда бывает такое, то, что я сижу и не знаю, что вы хотите. Вот. Так, окей. Возвращаюсь я к вам. Через долю секунды. Все, вернулся. Сколько длится курс по фотошопу? Он полностью онлайн. Пока что он полностью онлайн. У меня фонит микро. Серьезно? Я не хотел. Извините. <coughs> Давайте посмотрим на OBS. Но ну, вроде там только один источник. Не, на OBS только один источник. Поэтому какой-то баг, наверное. Так, сейчас, ребят, прям еще моментик, и мы с вами продолжаем. Так, окей. Все, едем дальше. Расскажи алгоритм обработки в стандарте, а не как тебе нравится, к примеру. Ну, вообще, мой стандартный алгоритм обработки то, что я вам сейчас показываю, у меня даже на YouTube есть ролик мой стандартный алгоритм обработки. Я сначала проявляю камеру RAW, потом делаю пластику, потом работаю со свет теневым рисунком, делаю частотное разложение, либо наоборот э -э заканчиваю все свето и цвет коррекции. Все. То есть алгоритм максимально прост. Окей, ладно, давайте дальше обрабатывать. Uh, сжатый раф я использую, он тянется отлично. Разницы между, между сжатым и не сжатым я не вижу. Так можешь рассказать, какие пресеты из твоего пака актуальны, а какие нет, чтобы понимать, что архаизм, а что нет. А, ребят, касаемо экшенов, я скоро поменяю экшены. Я скоро сделаю обновление экшенов, потому что многие экшены стали архаизмом. Кто покупал у меня уже экшены бесплатно, смогут их все поменять. Просто зайдете по той же ссылке, по которой я вам скидывал. И вот, то есть, это будет. Поэтому сейчас рассказывать нету смысла, а позже вы просто увидите. Я запишу также новый ролик. Так, окей, okay, едем дальше. Смотрите, здесь очень классный свет на девочке. Интересный, вообще интересная атмосфера. У нас есть объект, у нас есть линейная перспектива, у нас есть разноплановость. Интересный кадр, давайте с ним поработаем. Я достаю тени, чтобы потом их опять же от них избавиться. Зерно вот это, которое уже имеется в кадре, я убирать не буду, потому что оно... Уже имеется, зачем его убирать? Э, с помощью детализации. Если вы хотите получить супергладкий кадр, м, окей, можете использовать Noise Reduction, но мне он не особо нравится. Иногда он делает прям пластиковые вещи. Поэтому на какие-то небольшие проценты, окей, делайте. На много не нужно. 30 мм Sigma f1.4 на кропе, почему бы и нет, хорошо, она имеет дисторсию такую же, как и другие Sigma 35 мм классические, то есть она изначально выдавливает картинку, нам ее нужно немножечко вдавить внутрь, мы ее вдавили с помощью инструмента Use Profile Correction, прицепили профиль линзы и виньетирование оставили на нуле, а вот дисторсию на 100% подвинули, таким образом мы картинку вдавили внутрь, края растянули, картинка стала чуть более такой, ну как как бы киношный, да? Окей, okay. под киношностью я понимаю более, чуть большую ширину То есть она стала чуть более широкой Камеру Calibration здесь не трогаю, потому что здесь естественные цвета Они прекрасные, прекрасный цвет скинтона Губы розовые, цвет кожи желтовато от лампы Здесь все окей okay. Открываем картинку, давайте я сразу ее изменю на 4000 пикселей по длинной стороне Пускай будет 4, почему бы и нет Для интернета этого вполне достаточно Потом еще сожмем до 250 до двухсот пятисот до двух тысяч пятиста я заговорился сорян так дальше я сразу пойду в корректирующий слой кривые и э, буду затемнять экспозицию теней экспозицию теней я делаю таким образом чтобы кривая в этой области в тенях, была максимально пологой, то есть максимально горизонтальной. Таким образом контрастность у нас теряется. Я точку черного еще поднимаю процентов э уровней на 5, то есть чуть-чуть, чтобы еще сильнее сгладить эти тени. А дальше вот нам нужно с вами понимать, что мы хотим получить вот здесь на лице. Сейчас, как вы видите, уже ну приятный свет теневой рисунок, он э, достаточно контрастный, но мне хотелось бы чуть больше сделать его активным, поэтому я зафиксирую теневую точку, чтобы она у нас не ехала вот здесь, а эту точку я чуть-чуть буду приподнимать, вот так. Все, тени у нас максимально горизонтальные, максимально ровные. И очень-очень хорошенький мягенький свет в этой области. Мне не нравится несоответствие цвета лампы с цветом на лице. И вот эти участочки тоже свет от машины мне хотелось бы нормализовать. Поэтому я возьму Color Balance. Можно вообще-то вот так вот сделать. Выделяем прямоугольную область, просто прямоугольную область. Выбираем Color Balance, выбираем хайлайты. И хайлайты уводим в такой цвет, чтобы он соответствовал... соответствовал цвету на лице. Все, у нас получается вот такая плашка, которую мы можем использовать как маску. Инвертируем эту маску и просто вот так вот небольшими движениями делаем такой блик. Здесь то же самое, здесь то же самое. То есть, Color Balance мы немножечко изменили цвет. До после, до после. Далее я могу создать еще один color balance, уже глобальный, и поработать уже отдельно со светами, отдельно с тенями. Shadows мы можем немножко увести в мадженту, в холодный. Они у нас и так холодные, но вы все равно сейчас поймете, к чему я веду. Меня э, интересуют цвета. Их я хочу сделать чуть более желтоватыми, чуть более зеленоватыми, чтобы они э, были, вот именно, скинтон. У нас разделялся на несколько оттенков, чтобы у нас был и желтый цвет, такой прям желтый-зеленый, и розовый-маджентовый. Так, тени. Тени делаю чуть более мадж... маджентовыми. Мнение, Протамрон 2872.8 поколения и Сигму 2470 для фото. Не могу определиться, на ГМ денег нет или ГМ все же лучше. <lightening> Максим, спасибо большое за 720 рублей. Интересно, мое мнение, там Рон 28728 и Sigma 2470 для фото. Смотрите, у Sigma есть один очень-очень большой косяк. Я не знаю, пофиксили ли они его, либо нет. Это то, что под переднюю линзу забивается очень много пыли. То есть она не герметичная, туда прям Через пару месяцев использования попадает очень много пыли. Вам нужно, я сейчас, опять же, не обладаю актуальной информацией по поводу 2470, потому что уже давно не интересовался. Но два года назад, год назад проблема была актуальна. Может быть, сейчас уже пофиксили, надо почитать форумы. Sigma вообще идеально по контрастам и резкости. Она лучше, чем Tamron, по резкости, по контрастам. Но... Проблема с пылью. Пыль забивается. Если пыль пофиксили, то настоятельно рекомендую взять Сигму. Если нет, то лучше взять Тамрон, потому что у Сигмы это пыль, это прям камень преткновения. Поэтому 2470 э, не брать. Вообще, я бы не рекомендовал брать 2470, а лучше взять для, если вы занимаетесь портретной съемкой, взять 35 мм 1.4 и радоваться жизни. В этой фотографии меня устраивает практически все. Мне нравится теплый цвет, но мне не нравится достаточно высокая насыщенность заднего плана. Поэтому я возьму Selective Color, выберу холодные синие и голубые цвета, и в них добавлю немножечко э, мадженты и желтого. Желтый цвет, он будет компенсировать э, вот этот синий. Видите, он уже из кислотного становится таким более э, нейтральным, более э, спокойным. И мне вот этот спокойный цвет нравится, поэтому я, наверное, чуть-чуть уберу циана и добавлю э, желтого цвета. И таким образом картинка, опять же, станет более акцентированная на саму девочку. Ну и вот сейчас с девочкой мне прям уже нравится вся цветность этой фотографии. До-после, до-после. И хорошая объемность, и все остальное. Особо упоротые могут поступить таким образом. Вы можете свет немножечко увеличить через тонировку. Создаете Hue Saturation, корректирующий слой, клацаете на галочку Colorize, повышаете насыщенность, выбираете нужный вам оттенок, к примеру, вот такой желтоватенький, и добавляете экспозицию с повышенной э, насыщенностью. Ну вот как, как, какую-то такую ситуацию делаете. Далее убираете маску, создаете новую, ее инвертируете. И слабой прозрачностью эти блики чуть-чуть добавляете. То есть вы как бы добавляете саму атмосферу в эту область. Ну и прозрачностью вы регулируете э, степень воздействия. Вот такие вот дела. Так, давайте тоже сохраним PSD-шку и пойдем дальше. Едем дальше. Так. Что я вам еще хотел показать? Давайте вот эту фотографию откроем. И здесь я вам покажу способ, который позволяет полностью избавиться от вариативности оттенков, плюс делает ну, нестандартный тип обработки, нестандартный цвет. Иногда его можно использовать в фотографиях. К примеру, здесь у вас ну, достаточно скучные колосья, которые не имеют никаких выразительных цветов. С ними вы можете поработать. И сразу открываете модуль Камера calibration и делаете хардкорную раздвижку. Красный канал полностью вправо, синий канал полностью влево, зеленый канал э, Hue вправо, и с помощью Saturation вы настраиваете насыщенность. Вот сейчас у меня получается такой кадр, разделенный на два цветовых оттенка. Это голубой и цвет красный, который соответствует цвету травы, колосьев на заднем плане, и цвету тела. Здесь э, наша задача довести эти цвета до адекватного состояния. Через модуль Basic, через баланс белого. То есть я могу чуть-чуть добавить э, желтизны в кожу. И через модуль Color Mixer, через Hue. Вы можете менять, деформировать цвета. К примеру, мне не нравится э, голубой оттенок, который получается на э, в платье моей модели. И с помощью как раз этих ползунков я нахожу нужные мне э, насыщенности насыщенности оттенки вот получается такой кадр Здесь, кстати говоря, тоже не забывайте то, что у вас есть в модуле камера RAW маски. Маски работают отлично. К примеру, вы открываете маску, нажимаете Select Subject, у вас Lightroom камера RAW, в чем вы работаете, определяет объект, с которым вы можете, опять же, играться. Я сейчас хочу играться не с объектом, я хочу играться с колосьями на заднем плане, поэтому эту маску я инвертирую. Инвертирую маску, теперь воздействие происходит на задний план. Немножечко я понижу экспозицию и давайте э, немножечко сделаем по балансу белого картинку более вот такой насыщенный прям вот как ее волосы и плюс чуть-чуть насыщенность эту подберем вот до после до после получился такой достаточно э, красочный снимок единственное что нам нужно будет нормализовать э, насыщенность скинтоне потому что здесь скинтон и здесь скинтон отличается по насыщенности а в остальном в остальном все окей так давайте посмотрим что здесь можно сделать пластику здесь делать не будем доработаем цвета как можно исправить вот эти супер высокие насыщенности у вас есть несколько способов. Первый способ, самый элементарный, вы создаете э, пустой слой, переводите его в режим наложения Saturation, берете простую кисть, клацаете на ненасыщенный слой и начинаете прорисовывать этим слоем те участки, которые супер насыщены. У вас насыщенность в этих участках падает. Но это прям вот быстро вы можете сделать, работает безотказно. Очень быстро и... Вот и все. Вот и все супернасыщенные области у нас ушли. Та также работает и в обратном направлении. Если у вас насыщенность на лице недостаточно высокая, вы берете какой-то более насыщенный участок и опять же там полупрозрачной кистью на бледных, э на бледных пятнах вы эту насыщенность можете вернуть. К примеру, здесь у нее в глазу чуть-чуть область ненасыщенная. Десятипроцентной кистью я эту насыщенность возвращаю. Здесь под носом та же самая ситуация. Можно чуть-чуть вернуть насыщенность и так далее. Так, давайте с синим. Первое, мне не нравится то, что у нас покрывалы синеватые, поэтому мы синеву уберем из покрывала. Сделать это можно будет через Color Balance. Открываем хайлайты и чуть-чуть добавляем красного, добавляем желтого. Опа, вот так. А Shadows мы с вами тоже уведем немножечко в такой более красноватый. До-после. До-после. Нормально. Работаем с кривыми. Здесь у нас все-таки должен быть светлый кадр. Его можно прям сделать э, еще более светлым. Потерять светотеневой рисунок, немножечко его минимизировать на простыне, потому что он там не нужен. Нам все-таки самый главный светотеневой рисунок на ее коже, на ее теле. И вот сейчас такой кадр выглядит очень-очень э, насыщенно, насыщенно и ярко. Так, окей. Но давайте его тоже пока что оставим sd формате я его в чатик скину давайте сейчас сделаем какой-нибудь кадр где нам нужно будет поработать с ретушью лица можно поработать с этим кадром давайте его возьмем он прикольный нестандартный так быстренько э, читаю ваши комментарии пожалуйста очень рад что нравится разбор по канальный контраст. По канальный контраст я уже рассказывал в кривых, в уроке по кривым у меня есть. Запись будет? Запись будет обязательно. Привет, Макс, хотел бы услышать твое мнение по поводу того, что достаточно лишь лайтрума если в дальнейшем фото будут только в Instagram заливаться. Нет, конечно, в тоже надо делать. ретуш никто не отменял, в лайтруме ты ретушь не сделаешь. А если лицо имеет явные недостатки, то рельефности, то обязательно надо фотошопить. Так, ну, точно не надо делать сравнение обработки в Lightroom и Photoshop, это абсолютно две разные вещи. Это как значит, попробовать пересечь континент, там, с одного континента на другой континент. Сначала вы едете на машине, а потом на пароме. То есть, это две абсолютно несравнимые вещи, но которые позволяют вам достичь какой-то цели. И одна не заменяет другую. Photoshop не заменит Lightroom, Lightroom не заменит Photoshop. А, Максим слышны клики мышки. Вот э, перо. Я делаю ретуш э, на планшете. То есть, какие-то мазки кистью я, конечно же, пользуюсь пером. А если я делаю корректирующие кривые, двигаю ползунки, то это все мышкой. Отражение фар на земле тоже сделать тогда. Да, можно, кстати, в машине сделать, конечно же, еще отражение фар. Так, обзор новых экшенов, окей. Э, разобьет на пиксели Возможно. Какие основные правила в работе с 35 мм ты для себя выявил при съемке портрет? В 35.1.4 это широкий угол, достаточно широкий угол, и в зависимости от выбора точки съемки вы очень сильно будете менять настроение кадра. Поэтому снимая на 35 мм, мой вам совет, не забывайте, акцентируйте внимание на то, что при изменении точки съемки у вас будет очень сильно меняться настроение кадра. Девушек лучше снимать чуть сверху, парней можно снимать чуть снизу. Если вы снимаете девушек с супер точки снизу, это тоже хорошо. Такие работы тоже я видел, они тоже смотрятся очень круто. И с этим тоже можно работать. Просто... Не забывайте про это, потому что очень часто 35 мм берут и долбят э, портреты с уровня глаз. Ну, скучно. Э, придумывайте что-то новое, выбирайте нестандартные точки съемки. Вот снимая на 35 миллиметров, могу это порекомендовать. Uh, отличается ли алгоритм обработки портретов от обработки пейзажа? Если бы я обрабатывал пейзаж, то я бы шел абсолютно тем же самым алгоритмом. То есть я бы сделал пластику, я бы немножечко какие-то, может быть, кроны деревьев выровнял, сделал более uh, круглыми, я бы поработал с масками, я поработал бы также с Selective Color. Конечно же, ну, в моем случае алгоритм бы остался тем же. Uh, так. Пу -пу, пу 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 У тебя при приближении к ноуту страшно фонит микро. Когда я трогаю ноутбук, наверное. Как можно сделать цвет стен идеально белым? С помощью баланса белого. Когда, если у вас белая стена, это значит, что с помощью баланса белого вы можете ее сделать белый. Просто нейтрализовать. Максим, посоветуй монитор для ретуши до 50к. Анатолий, скинь, пожалуйста, ссылку на монитор Huawei, который, который ты показывал. Или не Huawei, а кто там был? Короче, который Mate Pro. Он классный, мне понравился, очень хочу его купить. Как в Lightroom луты правильно применять, там не луты, там пресеты. Я не использую кастомные пресеты, я не использую авторские чьи-то пресеты, я использую только, давайте, три своих основных, которые пресет-бар, видео на YouTube у меня тоже есть, посмотрите. Не знаю насчет шума, кто на шум так реагирует, но вроде все ок. Так, окей, давайте дальше. Здесь, первое, нам, разумеется, нужно нормализовать баланс белого, быстро его нормализуем. Кстати, непонятно, почему он был синий, типа ты снимал с таким синим балансом белого изначально. Хайлайты можно немножечко подгрузить, шедоус мы вытащим, но это все потом уберем потому что нам нужно будет создать маску относительно модели, и весь папоротник на заднем плане мы его затемним. Кстати, в этой фотографии есть один маленький косячок. В чем косяк? Если вы посмотрите на светотеневой рисунок и посмотрите те участки, которые подсвечиваются на нашей модели, то вы увидите то, что свет преимущественно падает с этой стороны. Так называется свет неправильным. Это неправильный свет. А неправильный свет, который падает снизу наверх, он дает немножечко неестественный свет теневой рисунок. И здесь модель лучше бы вам развернуть на 180 градусов. Было бы лучше. Вот, но опять же, окей. Есть такой цвет, оставим его. Такой цвет, оставим его. Я сразу бахну зеленый на плюс 100%, потому что папоротник хочется сделать холодным, его хочется сделать не салатовым, а все-таки немножечко изумрудным. И уже работать с такими цветами. Новые экшены, ребят, будут, наверное, где-то в течение полутора месяцев, месяца через полтора. Я как раз Курс закончу и с чистой душой сяду за работу. Так, что здесь я хочу сделать? Первое. Мне здесь хотелось бы попробовать через black and white немножечко поработать с контрастом всей картинки. Смотрите, помните, мы с вами делали веснушки. Веснушки классная штука, но вы можете немножечко перенести алгоритм работы с веснушками на эту фотографию, создав, создав корректирующий слой black and white и работая отдельно с ползунками yellow, green, cyan, blue и красный, вы можете создать нужный контраст на вашей фотографии. То есть сейчас я с помощью вот этих ползунков, вместо того, чтобы кривой создавать контраст, я буду этот контраст создавать с помощью ползунков желтого, красного и зеленого цветов. То есть папоротник я хочу сделать прям таким мрачным, темным. Синего цвета у нас здесь нет. И у нас есть еще маджента в цветочках на голове. То есть я вот делаю прям такую нестандартную раздвижку. Она выглядит уже вполне э, неплохо. И даже вот если бы вы, если бы я работал с черно-белым портретом, я бы, наверное, сделал какое-то такое настроение, чтобы у меня были э, хорошо проработанные контрасты на лице. То есть вот эти прям блики яркие и все остальное должно быть равномерно равномерным. То есть, если бы я делал эту фотографию в ЧБ, я бы, наверное, выбрал такой вариант. До-после. На мой взгляд, выглядит э, симпатично. Но мы можем этот цвет-синевой рисунок перенести на цветную фотографию, получить цвет. Просто меняем режим наложения на Luminosity, и все. Вот у нас, э, опять же, до-после фотография очень сильно преображается, меняется. Она становится, конечно, темноватой, и эту темноту мы можем с вами немножечко пофиксить там, прозрачностью корректирующего слоя Black and White, но уже, в принципе, выглядит это неплохо. Далее я выберу Selective Color. Сейчас я сначала сделаю цвет, потом сделаю ретушь. Делаю цвет, зеленый цвет мне хочется сделать еще более изумрудным. Поэтому я удаляю из него поэтому я удаляю из него желтый. Здесь же вы можете взять красные цвета и сделать их, вот особенно здесь они будут классно смотреться, здесь и волосы, и вот эти веточки, сделать красный более красным. Таким более выразительным, ярким. Пам-пам. Отлично. И маской мы возвращаем адекватный, нужный нам цвет на лице. Мягкую кисть берем, чтобы это аккуратно все сделать. И вот здесь есть один тоже маленький нюанс, сейчас я его вам расскажу. Смотрите, я сделал красный цвет, сделал маску, удалил маской. Э -э вернул нормальный скинтон. Но вот здесь зеленый цвет. Он у меня тоже вернулся. Потому что в Selective Color у меня один слой Selective Color, который меняет и красный, и зеленый. Поэтому я зеленый верну на нулевое положение. То есть я не буду зеленый менять в, этой, в этом корректирующем слое. Это корректирующий слой у меня меняет только красный цвет. Вот я его напишу. Прям только red. <мъе> только Куф. Только red. А новым Selective Color я буду менять только зеленый цвет. И вот здесь уже удаляю желтый, э, немного убираю мадженту, можно даже немного циана накинуть. Все, он меняет только циановый цвет. И вот получается уже очень-очень круто. Едем дальше. <клевый> а, вот эти слои, давайте мы их объединим. Назовем их color. их пока мы скроем и мы сделаем с вами пластику потому что про нее мы забыли перед тем как я буду делать пластику если ваша модель лежит перевернутая донат можно отправить по ссылке в описании есть ссылка на донаты ну типа под роликом там есть в описании ссылка для если ваша модель перевернута если она у вас лежит кверх ногами вам очень сложно определить, вообще сложно работать с ретушью и сложно работать с пластикой, потому что вы видите человека перевернутого. Когда человек перевернут, вы не воспринимаете его черты лица. Чтобы вам было лучше, легче работать, вы поверните полотно таким образом, чтобы подбородок был снизу, а голова сверху. И вот уже сейчас очень хорошо видно то, что у нее супер маленький подбородок, супер большой лоб, щеки вышли. И это не совсем хорошо. Поэтому мы берем, копию слоя создаем, называем его Liquify. Короче, пускай будет так. Пускай будет Liquify. Выбираем квадратную область. Открываем через модуль Liquify. И здесь уже работаем отдельно со всеми участками. Первое. У нас есть работа с носом. Можем сделать его поуже. Можем его сделать чуть более симметричным. Далее работаем с губами, кончики губ поднимаем. Вот, вот эти участки, здесь тоже видно, то, что губы надуты у нас. И вот этот участок, и вот этот участок, они как бы выпирают. И у нас получается губа такая прям большая, получается снизу. Напишите в комментарии, что я хотел сказать. Чтобы этого не было, мы немножечко эти участки за уменьшаем. Самую малость. Потому что они смотрятся и так вполне естественно, но чуть-чуть можно. Чуть-чуть можно уменьшить. И самое главное вот здесь тоже. Делаем губы такой лодочкой. Окей. Дальше. С бровями все окей. А вот с линии лба мне хотелось бы ее немножечко подвинуть. Все, подвинул я немножко ее вниз скулы тоже чуть-чуть самую малость я заужаю. И самое главное, что вы, наверное, видите на стриме, то, что я голову немножечко ну, самую малость опускаю, наклоняю вправо. Зачем я голову наклоняю вправо? Очень важно, лучше всего вы воспринимаете портрет, лучше всего воспринимаете овал лица, его симметричность, когда вы смотрите на том же самом уровне. И именно поэтому лучше вращать полотно. К сожалению, здесь в модуле Liquify вы не можете на какие-то градусы вращать, там на 3, на 5, на 7, на 15 градусов. Можно вращать только на только на 90 градусов. Типа на 90 градусов повернули, все окей. Так. I fix Анталия. Antalya. О, oh, I fix Antalya. Привет, Паш. Это класс. Ты тут тоже. Короче, пока что я еще стримлю. Вот. Если ваша модель <laughs> лежит перевернутая, донат можно отправить по ссылке. Все верно. Когда модель лежит перевернутая, лучше отправлять донаты. Так, что если делать, если переборщил с прожектором в лице у модели? С прожектором. Наверное, со вспышкой. Что-то ты про это, наверное, имеешь в виду. Если ты пересветил лицо, то, ну, можно стилизовать это как-то в обработке. Можно сделать супер яркой картинку. Самый простой способ это стилизовать под пленку. Стилизуете под пленку, все, перес... никаких у вас не будет вопросов к пересветам. Бимбо унитаз. Йоу. Макс, тебе можно со стримов делать нарезки по окончанию, мол, киноляпы. Можно. Е, yeah, пожалуйста, я он ребятам из Антальги, они делают, ремонтируют телефоны, короче всю электронику. Если будете в Турции, в Антальи, если у вас ломается телефон, если зальете, то сгоняйте к ним, они делают классные штуки. Вот я им сделал логотип классный. Поэтому я еще и логомейкер. Так, окей, едем дальше. Mm -hmm, нормально нормализовали мы лицо, и я бы чуть-чуть самую малость уменьшил объем плеча. Объем плеча мы уменьшаем вместе с бицепсом. И вот эту часть тоже можно самую малость сделать более аккуратной. Так, ну а в остальном здесь все окей. Мы сделать ничего не сможем. Как обычно, всегда хочется сделать больше грудь. Грусть. Грусть. Волосы тоже очень прекрасные. Они очень объемные, красивые. Все, сделали классно. Сделали классно. Давайте посмотрим на до-после. До-после, до-после. Супер. Все. И вот сейчас уже возвращаем полотно на наше первоначальное положение. И у нас э, получается очень хороший овал лица. Но э, нам нужно еще сделать ретушь. Поэтому я применяю экшен частотного разложения. Э, супер классический, простой видеоурок. У меня записан. Посмотрите, если не знаете, как его делать. Э, выбираю такой радиус, при котором я не буду видеть текстуру. Но при этом я буду уже различать цвет ценевой рисунок. Я думаю, здесь будет 5% достаточно. На каждой фотографии, ребят, свои значения. И опять же, сейчас я не могу использовать, не могу работать в чистом приложении, потому что портрет перевернут. Я нажимаю на клавишу R, и я теперь могу вращать полотно. Я вращаю полотно до того состояния, пока у меня лицо не придет в нормальную ориентацию. Все, и вот здесь я уже спокойненько работаю. И э, работаю штампом. И работаю впоследствии инструментом Mixer Brush Tool. микшер Brush Tool позволяет вам э, сгладить цвет, теневой рисунок. Все, э, штампом поработал, теперь работаю микшер Brush Tool. О, вот, давайте вот такую штуку сделаем. Смотрите. У нас здесь резинка на руке. Она прям бесячая. Вопрос, как убрать резинку? Хороший вопрос, да? Давайте попробуем убрать ее. Магия фотошопа. В высоких частотах мы с вами нормализуем, света, нормализуем резкость. Так, момент. Берем штамп и продолжаем вот сюда свет теневой рисунок. И здесь делаем подобие вот так, такой руки. Нам нужно эту резинку убрать. Текстуру копируем. Копируем текстуру на резинку. Все, резинка у нас исчезает. Самый сложный момент это вот этот. То есть вот здесь нужно сделать э, человеческий стык, чтобы он был правдоподобным. Здесь он не так важен, потому что здесь его текстура имеет э, какую-то однородность. Поэтому здесь это не так видно. А вот выше было более значимо. Вот эту тоже резинку на самом деле можно убрать. Давайте ее тоже уберем. Ну вот мы с вами задротим-то, а. Все, убрали резинку полностью. Челлендж. Как убрать резинку? Так. Сначала мы э, затираем все области в высоких частотах, а потом плавненько переходим к нижним частотам. Вот я почти закончил. Когда я это делаю, я молчу, потому что работа немножечко такая... Специфичная, она требует внимания. Во, деформировал. Все, класс. Высокие частоты сделали, теперь работаем с низкими частотами. А, низкие частоты активируем слой с низкими частотами. Берем микшер браштул. И с помощью микшер браштула мы просто перетаскиваем сюда свет теневой рисунок. Вот и вся магия. Здесь готово, здесь готово, готово. Тык-тык-тык-тык. Перетащили. И потом здесь отдельно вымазали. Ну, выглядит вроде не так уж и сложно, да, на первый взгляд. А вот теперь давайте домашнее задание вам. Берете эту фотку. Или какую-нибудь похожую фотку. Где вы продолбались, и ваша модель не сняла резинку с руки. И удаляете эту резинку. Ну все, готово, по моему норм. Так, давайте здесь еще быстренько пробежимся, просто чуть-чуть выровняем вот эти свет теневые э -э, перепадики, сделаем все светлые участки, светлые пятнышки более кругленькими. Ну здесь и так он достаточно ровный свет теневой рисунок, поэтому здесь особо можно не запариваться. Я маленькими маленькими плашечками его выравниваю беру постоянно каждый раз перед каждым движением я беру э, референсный цвет я зажимаю alt клацаю на референс, референсный цвет и его вымазываю на соседние участочки как работает частотное разложение ребят посмотрите у меня есть стрим полноценный там два с половиной часа я делаю одно и то же и объясняю каждый нюанс по каким траекториям я двигаю мышку как анатомически это все синхронизируется все мои движения они же не от балды я их двигаю они они соответствуют телу соответствуют фигуре модели так, вот здесь еще один момент. Палец, видите, у нее какой толстый вы, вылез. Зачем нам такой палец? Нам, конечно, такой палец толстый не нужен, поэтому мы его чуть-чуть это... А ногу можно сделать подлиннее. Вот так. Мы его сделаем чуть-чуть поменьше. Все. И настал момент, когда мы можем накинуть наш цвет. Давайте накидываем бабых. Класс. Э, немножко он, конечно, такой супер-супер... Э, на контрасте с предыдущим вариантом э, картинка кажется супер перенасыщенной, но это все легко фиксится. Давайте с вами возьмем э, Hue Saturation, берем красные цвета и насыщенность убираем в минус. Берем желтые цвета и насыщенность немножечко убираем в минус. Плюс можно еще будет потом в конце, давайте еще я возьму корректирующие кривые, чуть-чуть добавлю экспозиции. До, после, до, после. Вот такой вариант мне уже нравится больше. А теперь давайте немножко сюда прорисуем свет и тени. Я создаю новый корректирующий слой с нейтрально-серым цветом и высветляю волосы. Волосы хочется высветлить, сделать их более яркими. Вот у нас волосы лежат на папоротнике. Вот здесь прям такой пласт папоротника, который, который приподнимает волосы. Соответственно, свет на них падает. Соответственно, здесь должен быть яркий какой-то блик. И вот этот блик как раз я прорисовываю. И эти блики мы можем прорисовывать везде, где наши волосы немножко приподнимаются. То же самое можно сделать на э, листиках. То есть вот листики у нас какие-то отдельные мы можем брать с папоротником и также их высветлять. Но, опять же, не везде это нужно. Некоторые участки лучше не высветлять, наоборот, лучше затемнить. К примеру, я возьму, опять же, новый серый слой и все вот эти промежуточные участки я их затемню. Режим наложения этого слоя я поменяю на soft light, чтобы экспозиция, чтобы насыщенность не менялась. А то она очень сильно повышается, когда в режиме наложения overlay. На теле тоже можно, но опять же, не совсем это и нужно. И так хороший свет синевой рисунок на теле. Так, и в завершение я возьму инструмент Color Balance и чуть-чуть добью цвета с помощью Color Balance. Добавлю холодных тонов маджентовых, а в цвета чуть более желтоватых, таких желтовато-зеленоватых. До, после, до, после. Все. Теперь это, этот вариант тоже готов. Сохраняю PSD, разобранный на слои файлик, его закину в группу. Беру 2560 точек по длинной стороне. Накину резкости и накину зерна процентов на 20 здесь и сохраняю объединенный файл 2560 точек как JPEG. Все, готово. А, давайте быстренько читану, что вы написали. <coughs> Экшеном его сделать не получится, ребят, потому что результат очень сильно зависит от исходника. И под каждый исходник вам нужно подстраивать все движения ползунков. Так, про частотку видос на канале есть хороший. Есть. Что, что значит референсный цвет? Референсный цвет, не, рефер, не референсный цвет, а референсную текстуру, референсный светотеневой цвет клочок, вот у нас есть на лице какая-то область нормальная, гладкая по свет теневому рисунку, вы ее берете и пересаживаете на больной участок, на кривой, на рельефный, и тем самым затираете. Опять же, посмотрите, посмотрите урок. Пабга, 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 я люблю. Так, резинка из... А, да, кстати, по-моему, естественно выглядит то, что мы с вами резинку бахнули, да? Ну да. Но без резинки они нам, нам намного лучше выглядят, нежели с резинкой. Вот. Поэтому не забывайте, во-первых, во на съемке убирать эти резинки, а во-вторых, ну, если накосячили, можно и потом убрать. Так, у тебя не бывает такого, что Photoshop перестает реагировать на э, скобочки, я так понимаю, открывающая-закрывающая. В основном в, в пластике. Измени раскладку языка. То есть с английского, с русского на английский. На английском языке она только работает. А, так. Окей. Почему 2560 точек? Потому что контакт, э, по-моему, до сих пор не обновился он хранит у себя на серваках файлы в размере 2560 точек. Наверное, уже. Может быть, конечно, он обновился, но не знаю, мне кажется, нет. В общем, 2560 точек — это вполне адекватное разрешение, которое по количеству точек на квадратный дюйм, если вы будете смотреть на мониторе 27 дюймов, а большинство мониторов, давайте так, на которых ваши фотографии смотрят, это максимум 27 дюймов. Я не думаю, то, что у вас есть, там, не знаю, зрители, которые смотрят на 40-45 дюймах фотографии ваши с расстояния 30 сантиметров, вот как я сижу рядом с монитором. И вот я сейчас, если разверну эту фотографию на весь экран, если я ее отображу на всем экране, то она у меня будет отображаться идеально, я не буду видеть пикселей, они, картинка будет ну, естественный, то есть я не буду видеть ужасного, ужасной пикселизации, поэтому 2560 точек на данный момент это классно, не то чтобы на данный момент, а вообще в принципе это верхний потолок, мы, мы в принципе достигли хорошего потолка с хорошей детализацией, я смотрю и для меня это естественно, то есть если бы я смотрел 1920 растянутые на 27 дюймов, то это было бы, конечно, видно, видны эти пиксели. Так нет, все, все вполне хорошо. Так, кто не поставил лайк, поставьте лайк, буду очень рад. Спасибо вам за подписку. Я, кстати, сейчас хочу возвращаться на YouTube. У меня готовится очень классный ролик. Я вам сейчас за спойлерю. Хотите за спойлерю? Сейчас за вам классный ролик, который выйдет очень-очень скоро. И... Это не про FPV дрон, будет ролик другой. Просто я летал сегодня, вот будет ролик такой: Я расскажу, как мы провели съемку да. с Дашей. Даша плавала в воде. Этой съемки уже год. Я знаю, то, что я немножечко затянул. Так, пом-пом-пом. Так, дальше. Есть еще в фотошопе сохранить для веб. Не надо сохранять для веб, потому что это абсолютно одно и то же с сохранением через Save As. Смысл один и тот же. Для вертикальных фото. Для вертикальных фото также 2560 точек по длинной стороне вполне адекватное разрешение. Даша плавала в воде. Я так назову ролик. У кого-нибудь планшет Хуйон HS601 с при зажатой кнопке Alt требует дважды нажать пером на планшет при выборе референса для штампа. Иначе референс просто не выбирается одного нажатия. Юр, у тебя сто процентов проблема с дровами, потому что у меня как раз HS611 хуйон, все работает идеально, без каких-либо косяков. Я зажимаю Alt и спокойно работаю. Может быть, ты пользуешься Alt на самом планшете, здесь на планшете есть кнопки, я ими не пользуюсь, я их сразу вырубил, Я очень хочу пилить видосы на YouTube, поэтому, да, постараюсь, конечно же, все это делать. Так, Максим, привет. Я делал фотку, изначально задумка была сделать мрачно. Если такая задумка, то ок, все правильно. На сайт я выкладываю, да, стараюсь выкладывать 2560 точек по длинной стороне. То есть в основном у меня все фотографии там такие. Есть несколько больших full сайзов но в основном 2560 точек по длинной стороне. Так, вот это еще прикольный кадр. Давайте э, его посмотрим быстренько. Э, здесь э, мне хотелось бы... Смотрите, здесь она классно светится. Хотелось бы вот эту атмосферу свечения, эту как бы ауру вокруг нее сохранить. Поэтому я не буду хайлайтом э, доставать цвета. Они, наоборот, должны быть более яркими. Я, наоборот, хайлайты чуть-чуть подниму, потому что... Shadows и Highlights работают по такой достаточно широкой маске, то есть есть определенный сдвиг если кто-нибудь когда-нибудь пользовался инструментом HDR в Photoshop, то вы меня поймете. То есть появляется некий радиус, по которому выбирается, как раз создается маска на инструмент Highlights и Shadows. И вот в обратном направлении вы моделируете инструмент, как будто вы снимаете с фильтром, софт-фильтром каким-нибудь типа тифона. Под водой вот сейчас это очень заметно видно, прям вокруг нее получается небольшое свечение. Так, давайте посмотрим, на что было снято. Был снят на 16:35 в 2.8. Прикольно, кстати, прикольно. Я дисторсию выправлю прям еще сильнее, чтобы у меня еще она сильнее туда внутрь ушла. Открываю картинку, пускай она будет такой. Что мы здесь можем сделать? А давайте посмотрим через. Давайте посмотрим через каналы. Что у нас в каналах есть? У нас есть красный канал, зеленый и синий. Красный канал максимально контрастен на модели. Можем попробовать его выцепить. Берем красный канал, вытаскиваем его, вставляем его поверх всех слоев, накладываем в режиме наложения Luminosity. Потом э, создаем маску, инвертируем ее и только на модели прорисовываем ее. Появляются такие, видите, чуть она более светлой становится. Можно вообще даже взять и э, пока что эту маску убрать взять инструмент W, который Object Selection Tool, и нажать на клавишу Select Object, и вот она у нас выделяется. Здесь только какая-то плашка, ее надо убрать. Вот так. И уже вот на нее как раз создать маску. Во. И здесь уже ее можно чуть-чуть подработать. Ну или как-то так. Так, это есть до-после. Дальше я возьму эту же маску с корректирующим слоем кривые. Есть. Чуть-чуть добавлю контраста. Чуть-чуть добавлю опять же, небольшой ореол. Кстати, смотрите, видите, когда я высветляю картинку, у меня появляются такие м, круги. Это бендинг. И от него можно избавиться элементарно просто. Не нужно вам переводить ни в какие 16-бит картинку, потому что в этом нет никакого смысла. Нафига это нужно? Достаточно просто накинуть зерна. Накинули шума, все, у вас бендинг, и сейчас его и не видно. Поэтому я просто-напросто бендинг накину и не буду париться. Так, дальше. О! Давайте создадим копию всех слоев, выделим квадратную область, и я немножко сделаю прическу более круглой. А то она у нас получается такая немножко приплюснутая. А так она у нас афра. Хорошо. Нога. Вот смотрите, у нее нога. Вот здесь нога. Вот она нога. Ступня. И было бы классно, если бы эту ступню было немножечко видно. Мы, конечно же, не сможем сделать так, чтобы ее было видно хорошо, но мы можем ее чуть-чуть, накинув на нее контраст, сделать ее более видимой. Перед этим, наверное, я ее чуть-чуть самую малость разверну. Развернуть ее можно будет через свободное трансформирование, через инструмент Warp. Через Warp Tool мы берем и вот так вот ее самую малость смещаем. До-после, до-после, чтобы она туда вниз смотрела больше. И здесь уже через прорисовку можно, конечно, попытаться накинуть немножко теней пальчики достаточно выделить. Надеюсь, будет лучше видно ее. Сейчас посмотрим, как издалека будет. Тык. Я, короче, вот такие пальцы сделал. А у нее теперь пальцы в разные стороны смотрят. Это надо фиксить, конечно. Во. Все равно. Вот и занимаемся рисованием таким. У меня кошка водичку пьет. 2560 это обрубок. Какой обрубок? Вы чё? Нормальное разрешение. Самое лучшее разрешение на свете. Не гоните на 2560. Так, есть. По контрастам меня все устраивает. По цветам. Можно попытаться немного цвет воды, конечно, поменять. Смотрите, если вы сделаете воду более зеленой, она будет болотной. Типа, как будто «Тварь болотная», сериал есть такой, мы можем ее сделать, наоборот, более холодной, более синей. Тогда будет казаться, что она как будто прям в море, в морской воде. Здесь, наверное, на вкус. Как вам больше нравится, зеленый или синий? Я, наверное, давайте сделаю синий. Пускай у меня будет синий. Color Balance еще немножко подредактирую цвета какие-то чуть-чуть сделаю тени еще более такими э, активно синими а хайлайты можно вообще можно сделать их такими супер супер теплыми не не надо их супер теплыми делать пускай они будут все-таки морскими вот так Так, окей. Вот тут еще штуку надо убрать, которая здесь что-то забыла. Все. Открываем фотку, так давайте ее сожмем на 2560 точек по длинной стороне. Открываем ее в камера RAV, накидываем резкости и немножечко зерна. Пяу, пяу. Вот как-то так. Тык-тык. Все, класс. Сейчас меня все устраивает. Можно еще, знаете, что сделать? Давайте попробуем одну штуку. Я не знаю, как это будет смотреться. Пока что я верхний слой уберу. И я создам фильтр Блар, Гаушенблар. Размою верхнюю часть, даже не через Гаушенблар, а через Линз блар он более такой рельефный. И возьму чуть больше радиус и размою верхние участочки. Раз, и еще раз два. Еще разок можно три. Накладываю в режиме наложения скрин. И опускаю экспозицию этого слоя. Вот так. Группирую два слоя, которые я только что создал. Создаю на них маску. Инвертирую эту маску. И прорисовываю свой результат только на верхнюю область, чтобы у меня наверху был. Э такой более матовый э, контраст. Смотрите, цвет там повышается по насыщенности. Для того, чтобы он не повышался, достаточно насыщенность э, нижнего слоя, который вы в э, линзбларе размыли, э, достаточно убрать насыщенность. Все, и вот у вас появляется еще и мягкий такой софт на верхней части фотографии. На мой взгляд, здесь это уместно. Вот, и уже сейчас можно готовить эту фотографию под интернет. Так третья вкладка резкость и восьмая вкладка зерно. Все, зерно наложили, уже бендинги эти не так видны. Сохраняем. Да, я на самом деле уже немножечко утомляюсь, ну, потому что мы с вами два часа вещаем. Давайте я сейчас поотвечаю на ваши вопросы, и, наверное, мы с вами будем на сегодня заканчивать, потому что стрим уже получился достаточно большой. Я после длинной паузы, после длинного перерыва, честно говоря, не вывожу. Поэтому немножко болтовни и расходимся. Макс, ты все время говоришь, сделаю так, но не говоришь, почему так нужно. Где примеры, нормы для фото? Смотрите, каких-то идеалов не существует. Каждый вариант мы с вами обрабатываем под определенную задачу. Я здесь не соглашусь, что, что я не говорю почему, я как раз зачастую говорю, почему я это делаю. Для того, чтобы создать атмосферу, для того, чтобы э, настроение кадра коррелировалось с его содержанием, с его цветом. Потому что если будет какой-то кислотный, насыщенный яркий цвет, не будет э, драматичное настроение э, матчиться. Поэтому эти вещи я проговариваю. Здесь есть нейтралитет, который я стараюсь придерживать, сохранять в своей фотографии. Я стараюсь делать цвета чистыми, не грязными, без каких-либо явных тонировок. Но вот, <laughs> наверное, сегодня надо заканчивать, ребят. Так, я молодец, я очень рад, спасибо. Поставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал. Как на постобработке бороться с шумами от высоких ISO? Да никак. У вас единственный способ есть – это noise reduction через модуль камера RAW. Вот только вот открываете модуль камера RAW. Сейчас я вам покажу быстренько. Открываете модуль камера RAW, идете в модуль детализация, открываете noise reduction. Чуть-чуть можно накинуть noise reduction, у вас шум уйдет. Видите, он уходит. Но это зерно уходит э, светотеневое. А если вы хотите избавиться от цветного шума, то надо использовать Color Noise Reduction. Color Noise Reduction вот это э, три ползунка, вы двигаете на суперпозицию 100, 0, 100 и все. У вас цветной шум полностью уходит. Его вообще нету Поэтому как вариант, можете пользоваться таким способом. Он вполне э, рабочий. Э, как с сделать слой серого слоя как сделать серый слой элементарно просто вы создаете нажимаете на кнопочку справа от японского флага solid colors заливка цветом и здесь вводите 80 у вас э, заливается картинка нейтрально серым слоем то есть это как раз и есть нейтральный серый слой так а стрим обязательно сохранится разумеется. Уровень нормы э, веб-дизайне. Правило 60-30-10. Так, это Алекс Восток, я не понял, о чем ты. Да-да, я всегда накидывал резкость, всегда накидываю. И до сих пор я ее накидываю. Когда лучше пластику делать? В самом начале. В самом начале лучше всего сделать пластику. А потом уже все остальное. Так... Ладно, ребят, давайте на сегодня заканчивать. У нас уже такие вопросы чисто технические. Я думаю, на сегодня нам надо реально заканчивать. Спасибо всем большое за просмотр. Я постараюсь продолжить стриминги, потому что, благо дело, вот эта квадратная хреновина, которую я купил э, в Apple Store э, в Стамбуле, она работает идеально, и у меня нету никаких тормозов. Я делаю частотное разложение без тормозов. У меня все, все ползунки работают без тормозов. Я счастлив. Вот, Поэтому теперь я могу стримить почаще. Надо просто придумать, в каком формате, потому что постоянно обрабатывать ваши фотографии это, конечно, весело, но э, хочется что-нибудь. Поэтому надо будет подумать, как мы с вами можем развлечься в формате онлайн. Может быть, мне сделать портфолио ревью ваших фотографий. Я опять же хотел, но реально сегодня дофига мы сидим уже больше двух часов. Поэтому сегодня портфолио ревью не будем делать, как раз можем портфолио ревью перенести на следующий стрим. Вот такие дела. Всем большое спасибо еще раз за м -м, компанию, за то, что присоединились, за то, что надонатили. У меня, блин, почему здесь не отображаются донаты? Вот, это печально. Ну, короче, где-то я накосячил, оно здесь не вылезает. В общем, мы уже набрали, получается, где-то 7 тысяч. 7 тысяч рублей набрали, я накину еще остальные, куплю EOS M. Короче, пойду на днях, куплю EOS M. И хочу записать ролик, рассказать вам вообще, что, как эта штука работает, именно прошивка Magic Lantern, потому что она реально классная. Вот, на очереди у меня ролик с Дашей. Следующий ролик я постараюсь сделать про Mac Studio. И еще у меня ролики про объективы. У меня два объектива, Ты Artisans, о которых я хочу вам рассказать. Они тоже очень классные. Тоже на них уже очень много снимал. Все, на сегодня, опять же, заканчиваем. Всем большое спасибо, что присоединились. Ребят, поставьте лайк, я буду очень счастлив. А еще лучше подпишитесь на канал. Все, всех, всем пока. Отчаливаю.